Надеюсь, лагать не будет. Здорово. Блять. Все вроде закрепил вас. Подсветка есть. Там на. Погодка айс. Такой штатив тогда забыл. Бля, не, это хуйня штатив. Я не тот взял. Всем здорово, привет! Мы сегодня в Санкт-Петербурге. А, нет, это Грюнберг. Мы приехали сегодня в Германию для того, чтобы попить пиво. Вот сегодня со мной сомелье Леня Пуш. Также со мной сомелье Антон Брама. Вот, и сегодня мы будем делать похождение по Люксембургу, будем показывать достопримечательности данного города. А пойду пописываю теперь. А, все, давай, пока, мы пошли за сигаретами. Пойдем, Лень. Пока, лошара. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в Стиме стартуют от 8000? Тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market – это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market – покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. Здорово всем, ребят. Сегодня у нас маршрут такой. Мы... Маленький мальчик, которого кинули просто. Чего, писи маленький? Ай-яй-яй. Вон там, за деревцем. Народа много. За деревцем писи. Давай я просто вот так встану. За деревцем пописюкай. Никто не увидит. Так. Здорово всем, граждане, блядь. Мы сейчас пойдем купим себе папирос, водички. Потом двинем кормить белочек, смотреть на гидроскутеры, Зенит-арену, Лахта, мост. После этого мы там погуляем, пойдем в парк, аттракционы там посмотрим, на самокатах покатаемся, посмотрим на фонтаны, двинем до Зенит-арены, посмотрим, кто там играет в футбол. После этого мы перейдем мост огромный с прекрасным видом на... А какое-то огромное озеро, возможно, мировой океан. После этого мы дойдем до парка 300-летия, там погуляем, пофлексим, возможно, покупаемся в фонтанах. И это все без алкоголя. Без алкоголя абсолютно. И после этого мы пойдем к Лахте, посмотрим, как и кто чем я там придумал. Живет. Ты уже сикнул? Да. Ты, блядь, две капли выдавил? Ой. Че еще? Стряхнул. Все, давай мне, пацанов. Так, привет, ребята, всем здрасте. Меня сегодня... Майами. Ну вот. Ты нас опорхнул, да? Где? Да, вот. Лук. А это сопли. Лук. У него просто нету, блядь, тряпочки, чтобы высморкаться. Лук, Майами. Ты долбоёб. Так, сейчас. Слышь, придурок, не подходи ко мне. Как надо сопли вытирать. Вот, вы вытаскиваете в карман, да? И вот так. Оп. И заворачивать. Вот так. А? И вот туда обратно. Фу, ты такая гадость. Да, да. Слышишь, у меня появился, знаешь, какой вайб? Может, этот, возьмем, закажем пиццу и сядем где-нибудь на травке? Нет, дорого. Ладно, мы можем взять самому пиццу сделать. Можем взять тесто. Блять, мы реально можем развести костер, взять пиццу, тесто и попробовать развести и пиццу сделать. Бюджет, пачка сигарет и бутылка воды. Две пачки сигарет и бутылка. Бля, дорогие друзья, может, есть спонсоры, которые хотят увидеть сегодня контент, как мы будем делать на травке костера, на костре сделать пиццу и есть ее, как реальные скауты. Надо всего лишь 10 тысяч рублей. Сколько? 5 тысяч рублей. Панты, а да? То ж минимум полтинник. 50 тысяч рублей? Конечно, я не буду заниматься этой хуйней за деньги. Маленький. Угони, слышишь? Бля, прикинь, ты за руль, Леня в этот, и ты вот так вот на дыбы встанешь, короче. Я буду как, я просто буду ехать, как хряк визжать сзади. Я руки, ноги свяжу, чтобы не сбежал. Вот так вот. Заходим в местный магазин. Сейчас покажем, как живут очень крутые люди, богатые. Если вдруг с интернета будут какие-то травлы, напишите плюсик. Лимонную воду или обычную? Я вообще майонеза был. А? Майонеза. Я хочу. Тоже навернул. Ведерочка маленькая. Угу. Ну, по майонезу. Я на энергетику возьму, чтобы... Второй? Ну, да, чтобы... Ты же умрешь. Думаешь? Сейчас не вечно. А зачем я тогда воду брал? Там, он вам не хватит.
Мы уже одну въебали. Я возьму вот такую водичку. Не, ладно, я реально, может, тоже энергетик возьму. Ну, дорогие подписчики, что же я буду пить? А что, все по водичке? Да, лучше. Мы будем энергетик, чат? Или не будем? Чего? А донат, возможно, сейчас еще не активировал. А какой будем, какой хотите? Гориллу, вольт, может быть, адреналинчик. Что будем? Ладно, я не изменяю старой классики. Нормально. Антош, Антош, купи мне. Нет. Я тебе денежку переведу. У меня нет денег. Антош. У меня нет денег. Бомж. У меня очень мало денег. Тестостерон, чуточку мужчины прибирается на свет. А вот это видел? 14 лет будет уже. Это видел? Кто такой? Что-то тебе тестостерон не туда. У меня пубертат начался. Сейчас голос ломается, расти начнет. Долбоёб, 400. 46 рублей. Чего? Скидка. Какая скидка? Там написано. Ну вот сам берите. Карта есть? Вот тогда 400. Можно? Опа. Иди туда, Антон, быстро. Здорово. Может, двумя кнопками кто-то хочет взять Винстон, не? Ты курить не будешь, правильно? Сейчас попробую чат включить. Ой, донат. Нет, донатов нет. Здравствуйте. Привет, я не знаю. Ничего себе у вас планы. Планы курица. Спасибо за донат, спасибо. Вообще, я хотел бы реально взять бы, типа, какую-нибудь заготовку для пиццы. Потом взять, развести где-нибудь костер, вот там, вон там. Вот, и посидеть с пацанами вкусно, отлично покушать. Но пацаны говорят, что сегодня на голике, поэтому, наверное, мы сегодня без этого. Пиццу хотел сделать. Энергетик мелкий, блядь. А нахуй я его взял? А я ебу. А положите мне туда. Мне должен 400 рублей. Какие 400? А сколько? Дай мне сигаретку. Нет. 400. Блин, мне из головы вылетело. Что? Сигарета стоит 30 рублей. Ладно. Мне подписчики сейчас насобирают. Кстати. Дай. Не этот багаж, какая-то просела, блядь. Вот за этого, вот, для того, чтобы я носил все это, надо это, сигареты стоят 15 минут. Договорились. Договор, добро. Мы сегодня встретили уже милую женщину, которая нам рассказала. Бля, она так заебала, она душнила, нахуй. Добрая. Не знаю. Она просто фриковата. Она, блядь, говорит, ребята, я сейчас расскажу историю, и на 15 минут там осталось. На солях. Может быть. А может, ты просто книжку любишь читать? Дождик закончился. Отлично, пора работать. Ладно, мужики, сейчас сядем. Мы сегодня арендовали тачку. Да нет, мы сюда приехали. Вот, мы арендовали тачку. Ну, понятное дело, не эту. Конечно же, не эту. Вы что, подумали, что я настолько нищий, чтобы ездить на самый дорогой район, чтобы работать карманниками. Опа, нас въебут? Ага. Давай сделаем автоподставу. Бешеные чат-рулетчики прыгнули под колеса автомобиля ППС. Я подставу с ДПС сделать. Так прикинь, просмотры. Просмотры, срок. Хочу пельмешки. Пельмешек хочешь? Я, кстати, не ел. Че, ребят, как экзамены сдали? Там все хорошо, сдаете? Как у вас делишки? Эй,
Братишка, ты хули пердишь, ребята? Кузель, Кубрамо, Купуч, Рил закладом, КСТ Абрамо, где Сигны? Сигны в приватном. ПР, бро. Привет, бро. Че, как ваши эти сигны в приватке? Все есть. Это, как экзамены прошли? Английский на 98, на 80% заебашил. Молодец. Молодец. Ты нахуй экзамены, я играю в доту. Правильно, нахуй школу. Че ты, мелкий? А че у тебя написано на воротнике лузер? Победитель. Ловер. А, да. Лупер. Там луз, видишь? А? Ты проиграл, что? Дай я ребятам покажу. Твою жопу проиграл на битву. На, держи. Вообще видели, бля, рубашку? Как вам, ребят, лук мой? Кроксы, блядь. А? Сколько стоит крокс? Не знаю. Охуя себе, ты робот, бля. А что это она так делает? Погнали. Блядь, я взял хуёвый штатив. Так, за сколько нырнёшь? За сколько нырнёшь? За 10 тысяч нырнёшь? Ты что, долбоёб, я похож на дешевку? За 20 тысяч. Малстрой, зови, я за лямчик прыгну. Чего? Да хуя, О, кстати, а мало кто знает, но когда-то в 90-х я сидел маленьким на этом дереве, и в связи с этим оно упало и выросло вот так, горизонталь. Это на учёбы. Вместе с Зерикой. Обход Питера. Я, значит, здесь являюсь местным экскурсоводом. Зарабатываю деньги на том, что я ухаживаю за природой, то есть я выращиваю цветы, вот вы можете заметить, травку, вот. И только благодаря мне Санкт-Петербург цветет. Цветет и пахнет. Так что все травы, которые находятся подозрительные где-то на территории этого города, просьба, пожалуйста, в донатах координаты я приду и сам лично уберу. Сами не трогайте, потому что мало ли может что-то с вами случиться. Теперь сделаю пакость. Как курю. Чего? Слышь, брат, да. А за сколько сядешь в полицейскую машину и скажешь мне до дома? У вас, кстати, ничего не лагает, нормально все? Я проверял, там интернет 100 мегабит. 100 мегабит? Ой-ой-ой, какая красота, ебать. Вон, видишь, там моя малышка стоит. Чайка? Бак, ребят, заходите, там хинкали, чай, пуэ, чебуреки, все мое покупайте. Блядь, вообще круто. Здесь можно было покупаться, наверное, да? Ну, так как я и так, короче, похуй. Ух ты! Походу я проголодался. О, слышишь, Брам? А? Хочешь, мы сегодня сейчас сделаем тебя топ-звезду популярную? Что делать? Я придумал, смотри, короче. Я и видел YouTube Shorts, сейчас в Америке, на американском YouTube ты собираешь 90 лямов. Ты сейчас переходишь туда, за вот эту перекладину, и прыгаешь сальтуху вон туда. Сейчас YouTube Shorts сделаем. Штуку, да? Да. Мне кажется, очень. Слушай, я что-то... Не хочу быть популярным. Не, это сейчас возьмет твой... Долбоёб, не трогай. Да развернись ты, не... Щекотушки? Ну, ты долбоёб. Щекотушки? Я тебе сейчас дебил на... А щекотушки? Кто хочет щекотушки? Подолбоёб. Кто хочет щекотушки? Ты придурок? Ать-ать-ать-ать-ать. Фу, я тебе сейчас ёбнул, дебил. Погнали. Сладкий Бабалев, я Зохан. Моё кодовое имя Зохан тебе. У тебя кодовое имя Залупа. Всё, Антош, прекрати. Реально, что ты меня перед людьми позоришь? Пиздец, у меня реально как будто разгрузочный груз. Разгрузочный груз? Разгрузочный груз. Разгрузочный груз. Погнали. Бать не умеет плавать, хуя ли ты это решил? Потому что все проверили. Ручки короткие. Вы долбоёбы, блядь, а знаете то, что... Ручки короткие, как у лягушки. Так... Долбоёб, я возьму палку, нахуй, я вот сюда забегу на центр и перепрыгну это все озеро. Конечно, блядь, ты что... А слабо, как человек паук на ласку так залез? А слабо писю мне полямзать? Погнали. Погнали. Yeah.
В какие кусты идем? Ну, на скамейке тут просто сядем. Так, сейчас я донат перезапущу, мало ли, может, еще задонатили, а я такой, хуя себе. Прогуливаемся, дневная прогулка по Санкт-Петербургу. Ну, сука, блядь, шершень, глянь, он, блядь, уёбик. Мразь ебаная, блядь, просто взять его, блядь, за лапку, нахуй, и вот так раскрутить. Ну, в GTA 5 RP, конечно же. Вот, мне пацаны убегают, типа, я думаю, что это смешно. Вон, видите? Придурки. Блять, мы ж нахуй их поехали, сейчас вызову такси, до девочек поедем. Ну, типа, что нам с куски похождения эти? У нас какое-то сосисочное пати, ёптать. А пацаны мне сейчас понадонатят, и вообще разъёбчик будет, ну. О, Dragon Money, режим отдыха. Закончился. Не понимаю, что это такое. Бля, посмотрите, как тут все цветет. И вон военные ВДВшники. Слава нашим. Сирень цветет. Я, кстати, раньше помню, я пока. Наверное, ничего страшного, пойду дальше. Ну так вот, и сегодня будет обзор на Sony PlayStation 5. Вот, сегодня с вами я, техпроцессор Владислав, Франческо процессор, Intel Core i13-19. Вот, и все подписывайтесь на мой канал. Ставьте... Ай, долбоё! Ты дебил нахуй, Антох, ты нахуй ты себе... Родился такой. Слушай, знаешь, что придумал? А что, если купить себе нас Даркнета, посадить где-нибудь в парке и говорить, что это не твое, когда вырастет? Бля. А нам прикинь, реально плантация. Да, на семечке. А потом, блядь. Ты мне дарил свою любовь, я ничего не понимала. Кидай, хьёть к девочкам. Спасибо большое за донат. Спасибо. Бля, вот, кстати, сейчас хорошо, когда вот ветерочек. Ты дал? Пойдешь налево, убью твоя зайка. А, слышь, чувак? У него рубашки еще трусы вчера зацепил. Где он одевается? Версачи, по-моему, правда. Он? Это Версачи, да. Такое я видел у одного бомжа на это, на Крестовско-Островском. Бля. Мне сегодня язык подвел. Кстати, на самом деле, вот, ребят, я вот без рофла скажу. Те люди, которые больше всего посещают свое время в лесу, вы на правильном пути стоите. Потому что лес – это спорт, это природа. Поиски в лесу охуенные еще. 20 тысяч шагов мы должны делать. 20 тысяч шагов? Может, есть какой-нибудь зрил, у которого есть тачка, которую хочет нас покатать? Желательно семерка. Блять. Прям сразу воспоминания. Как мы на беговой. Кто, кстати, помнит тот стрим, где нас тачку спиздили, когда мы в ленте одевались? Было забавно. Было очень забавно. Вот, я хочу туда. Чего, Ленчик? Он туда хочется. Берите самокаты, крепления нет. Слушно против, ты сводишь меня с ума, а я не против. В этом парке есть козы. Пусть барабулька их трахнет, ха-аха. Браво! Пришел челлендж от нашего знаменитого зрителя. Какого? Ди. Так. Она попросила, если увидим козу, чтобы ты на нее набросился. Ну. Чего? Ну если Ди против, надо сделать. Ты я шаверму ел. Так. О, давай еще возьмем, не? Так. Да? Да. А хот-доги, сосиски? Хот-доги дальше будут. Там бургеры, но это такое. Но не, бургеры не хочу, хот-дог. Френч-доги дальше. Во, френч-дог хочу. Блин, подари мне сирень. А, минус реп, барабрамчик этот ломают окружающую среду. Это тоже понятно.
вкусно. О, понюхай еще. А дай ему понюхать. Без майонеза вообще нет. Уебок. Ты мне дарил свою любовь, я ничего не понимала. Ку, ребятки, удачной прогулки. Спасибо большое. Спасибо. Во, слышь, тут, наверное, сосиски есть. Нет, говорю, дальше, блядь. Там хочу начос. Ты же, блядь, брюхо набить, это он про тебя. Я вообще не ем. Я вижу, что 70 килограмм. О, слышь, Брамчик, купи мне, подари яхту. Я вот хочу в кондоме. А дай покажи, подожди, покажу. Да? Я гид сегодня. Я надеюсь, меня не убьют. Сколько раз тут ты был? Миллион. Сколько раз ты занимался здесь сексом? Ноль. Пора бы сделать с козой первое открытие. Блять, слышь, Брам, за сколько сюда спустишься? По колено? Не, по голову. Бля. Не знаю. Ну, две. А-а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 
вот так. Ну, конечно. А ты думал, да? 1000 рублей я Брама скидывал вон в то болото. Давай. Попробуй, блядь. Я тебя скину. Давай, посмотрим, что будет потом, блядь. Лень, ты поможешь, поделю? Поделю. Я тебя просто кокну, блядь. Слышишь, придурок, мы тебя нахуй свернем, в кармашек положим, блядь. Я вокруг тебя завяжусь. Ты целлофановый пакетик, нахуй, что ты пиздишь, ёпта. Я вот вокруг тебя башки, нахуй, целлофановый пакетик. Я тебе жопу натяну на бошку. Ты сдохнешься, блядь. Он кайфанет, наоборот. Ты гей? Нет, а ты? Нет. Да ну туда, пойдем в переулок. Ты долбоеб, я не пойду налево. Что у тебя на трусах написано? Нет. Пойдем направо, пойдем направо. Не, это какая-то. Это какая-то гнилая тема, он походу хочет нас этот. Он походу хочет нас дернуть там. Ну посмотри. Блять, мразь просто. Фанаты, я не расписываюсь. Пойдем, подпишешь. Подписчик. Там еще клещи. Вот тут по дереву? По-любому. Пойдем-то. А, слышишь, а мы реально, походу, другую дорогу идем. Нам надо туда к нему. Ладно, похуй, давай пройдем. Клещ, не клещ, поебать. Ребят, сегодня только для вас я жертвую своим здоровьем ради вас, ради крутых съемок. О, кстати, глянь. Да долбоеб. Куплю пиво, возьму в рот. Надо на заднице, чтобы написано было. Антон! А? Антон Деспачо! Слушай. Я уже устал каждым ранним. Бля, какой-то хуесос позвонил. Я его заблокирую. Ебанашка. Не беспокоит. А? Не беспокоит, не поставил? Нет. Ошибка. Бля, хочу поплавать. А, слышь, нихуя черви! Какой нахуй? Да сука, что за гандон не звонит? Еще раз позвонишь, я маму твою нахуй в GTA 5 RP трахать буду. Я говорю, поставь, не беспокой. Прям сейчас? Да. Просто свайпни вниз и все. Ебать, у тебя пальчики быстрые. Ну. Антош! Ты сказал, мы поедем на Кипр, а теперь мы в каком-то, я не знаю, мы где. Анапа, Геленджик, Ташкент. Антош, я хотела в Дубай. Так что будем следить. Не надо мне учить пользоваться, я все шарю. Так, напишите плюсик в чат, если все нормально сейчас. Должно быть сейчас хорошо. Алло. 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 Ну, все good, спасибо, моя любимая публика. Так, я правильно понимаю, мы сейчас идем до какого-то парка? Можно парк. В смысле, это парк? Ну а что это?
А где уточки? Вон. Это голубя, ёптать. Голубя это ты, да? Это голубятня. Давайте, перцы. А что, не купаемся, блядь? Да, они ножки мочат. Попробуй вырвать, Лёня, вот это кольцо, блядь. Нос я воткнул. А попробуй, попробуй ты. Как у быка. Да? Антон, конечно. Ну-ка, Антон. Пошел, король Артур. Ебать! Антон, что ебать такой слабый. Я решил не вырывать. Поднять не могли. Она весит еще 200 килограмм. А я могу у девочек купальника снимать? Бля, вот было бы пиздато реально, если бы мы взяли пиццу. Сейчас бы сели там вот на бережку. Взяли еще бутылку Беллоса. И под деревом. И нахуй эта пицца не нужна. Конечно. Мы как стримили в парке Дроссет, видите? Да. Беллос этот, апельсиновый. Да. И под дерево в парке Дроссет просто нахуярились. Ну, Беллос вообще злоядлый напиток, он не щадит никого. Потом мы с мужчинами там через какие-то разборки были. Я, кстати, не пью уже 10 дней, вот моя трезвая жизнь. Он колется. Он теперь начал колоться. Он колется в пах, чтобы не было. И он носит очки, чтобы не видеть его синяки под глазами. Я на ногах между пальцами вот так. Айди, все. А то по факту могут быть ключи? Да, ясенку, конечно. Антон. Да. А чем мы не попшикали защитными средствами? А есть из ключей? Ну. Реально? Наверное. Клещам хуже будет, если они нас услышат. Так мы трезвые уже 10 дней. Тем более. Они просто сейчас они узнают, что у тебя кровь заебатая, и прям роем сейчас сядут на тебя. Там уже все пропито, прокурено, блядь. О. Моя молодость. Помню, 90-х да, вот в садике мы с девчонками там тусили, конечно, отрывались. Кстати, на самом деле, вот такую спортзал-качалку хотел бы себе на улице, чтобы не платить за нее деньги, а так взял на брусьях, позанимался. О, Антош, это церковь! Вот, да. Твои кенты. Вот. А там, смотри, ой. Там петух, там и коза. Ой. Кстати, это подожди, это же заповедник? Да. Так, а мы можем туда пройти? Да, он же бесплатный по-любому. Пойдем в заповедник посмотрим на животных. Хотим животных посмотреть? Ну, кроме вот этих. Слышишь? Антош, за сколько петуха на колени посядешь? Съем? Нет. Садись, бесплатно. Отпетушить. В смысле, огнетушитель? Огнетушитель. Огнетушитель. Осуждаю, огнетушитель, он сказал. Смотри, там павлин. Павлин за курочкой охотится. Глянь. Это не кусок, конечно. Чего кролика не трогают? Антох. А? Своим. А можешь так сейчас раздеться и на корточках вот так вот ходить по городу? Слышь, Антох, пускай к тебе мелочки дают, а ты собираешься. И вот в этой будке буду жить. Так, а нет, может дальше есть? Или это все? Нет, это все. Let's go. Недолго музыка играла. Антош, ай. Они тебя зовут. Да нет. Хотите увидеть секс Антона Брама с курицей? Платите деньги. Дайте 1300. Нет, либо подписывайтесь на мой телеграм-канал приватный, там будут все исходники. Нет, там ничего не будет, ребят. Подписывайтесь на мой приватный телеграм-канал, там будет все. У тебя дороже 100 рублей. Конечно, там больше всяких вещей. Бля, Антох, они не увидели тебя, они не могут закрыться. Возбужденная курица. Хочет Антона Брама. Блядь. Дебил, насилие запрещено на Твиче. Я партнер Твича. Ударишь меня, я напишу заявление. Понял? А ты что думал, блядь? Конечно, ты в России живешь. Крыса, блядь. Чувак, ты видел еще мою внешку? Мое заявление намного первее разберу, чем твое. Я говорю, крыса, блядь. Усатая она. Дутики, тебя под жопу трахнет таракан, блядь. Все, я не буду спрашивать. Чего? Я не буду. Ну, Антош. Антош. Нет. Антош. Антош. Отстань. Антош. Отстань. Ну, нам с тобой еще работать 3 месяца. Антош, еще лето не кончилось. Все. Блин, я реально хочу что-нибудь покушать теперь, какого-нибудь хот-дога. Мы до хот-дога идем? Там дальше будет хот-дога. Потому что, смотри, мы без хот-догов сейчас там не идем.
Каждому нам по сосиске. Сколько вот нас сейчас... Ребят, сколько нас сейчас смотрят? Чтобы узнать. Три. Залупы, ёпты. Если было бы три, я прямо сейчас в воду прыгнул бы. Ребят, отливаем со стрима, пока не будет три, и он прыгает. Не, папа им поиграет. Нам надо 230 хот-догов, слышь? 230 хот-догов? 230 сосисок, конечно, у меня сейчас голодный. Я так позавтракаю, я сегодня не завтракал просто. Чат, я мог бы поделиться с вами, но придется откормить... О, Ленчик. А первая заява у Зелли рассмотрит, потому что Зелли выглядит как... Не продолжай. Осуждаю. Бля, сколько много лодочек? А это получается на зиму их тоже сюда, да, все привозят? Мои. Все мои вообще. Пиздец, я вот сейчас... В этом домике, конечно, готовлю. Да. Яхты ебанутые, всем бы так жить. Я думаю, да. Ну, 150. У меня за год. За пару месяцев. Как вам Коля Юх? Охуенный пацанчик, простой вовсе. Вовсе? Пиздатый, с чувством юмора. А? Вовсе? Что? Я разговаривать не научили, да? Ты дебил? Вовсе, отнюдь не. Вовсе простой парень. Сука, дебил. Юга шпану. Это, все вопросы через этого главначальства. А надо писать документы, подавать все заявления на форум. А меня? Что, тебя? Не знаю, подумай. Эй, Антох, я сейчас шпану создал. Ты? Да. Кстати, кто мог заметить, сегодня на New Balance. Это что, это 25, наверное? Нет, 18 по скидке. Драма. Это же драма. У меня просто, я иду вчера по ТЦ, и подписчик меня встречает в обувном, он работает, говорит, бля, Зелья, ебать, я тебя давно смотрю, типа, ебать, ты в Ашпане охуенно там. Бабку нашел и спит. Вот, нет, нихуя. Ну и, короче, что, сказал то, что магазин пришел, он мне пробил, сказал, вот, на тебе бесплатно. Даже никто не подъебнул, что, тебя продавец пробил? А, Антоша. Да, поэтому, ребята, если кто-то видит меня, обязательно подходите фотографироваться с подарками. С кроссовками. С кроссовками, либо вот мне не хватает джерси нового. Джерси хочется, либо футболку, либо... С едой. Вот, либо с едой. Ну, либо девочки от 18 голые сразу. Сигареты, да. Пачку Мальборо просто. Ну, просто провизию нам приносили, топливо, чтобы мы могли... Гречку, тушенку. Хочется, хочется. А только в тапочках, как будто, знаешь, на прогулку вышел. А я бы куда вышел? На прогулку. Тоже верно. Он вышел со своей яхты. Бля, как тут пахнет водой. Пиздец, как же тут пахнет. Вот знаешь, свежесть от этого вот вкуснять. Блять, вонючка ебаная. О, заебал. Сегодня вторник, да? А без подарков пошли мы нахуй? Нет, без подарков идите фотографироваться ко мне тоже. Тоже ко мне. Это изначально, если с подарком получится подарок выпросить, то будет четко. Если не получится, то не четко. А это вот девчонки, подруги, мы вот на прошлой неделе видели, снимали вместе там один коттедж. Одна вообще забеременела, вау. Ну, короче, это было просто улет. Улетное похождение. Как думаешь, у тебя дети есть? Дети? Смотри, мы да, нет, нет, навряд ли. Я бесплоден. Вот, это пару лет, вот так. Пару недель. Шпана на... Куда, блядь? На пенсию. Слушай, ну как хорошо, что я ливнул. Думаешь? Возможно, я просто буду владельцем Роснефти какой-нибудь. Да, идет, будешь тут нахуй девочек кормить. Я буду телочек кормить. Сигаретку не хочешь дать? Друг. Антон. Какой у меня хороший друг? Еще. Что? Хвали. Антош, ты самый крутой на Твиче. С тобой не сравнится никакой там бустер, ни Вилон, ни Фреймтеймер, ни Кокошка, ни Макс плюс 100-500, ни This is хорошо, Стас, ай как просто. Еще? Даже Мэдисон. Даже Мэдисон вообще. Ладно. Походу Мэдисон был добивающим. Всем привет, друзья, я Игорь Кокошка. Игорь Кокошка. А как его зовут, этого чувака, который вместе этот, со, шп... О, блядь, со шпаной двигается? Который, ну вы поняли, с этими пацанами. Хозяева. Андрей Кокошка. А кто это такой? Блогер? Ну, видимо, контент-мейкер, я не знаю. Я знаю, что есть такой Андрей Кокошка.
А дайте зажигалку. Ой-ой-ой-ой. Хочется так же, да? Чтобы мы с чатом сейчас на лодке. Ой, блядь. Но пока не доросли, пока не доросли. О, Антош, мы почти до беговой дошли. Не хотел вам говорить, но Антош себе нашел новую подружку. В связи с этим он не может ее бросить. Как вы видите, они постоянно гуляют, и у них совершенно нет времени для того, чтобы делать стримы. Да. Даже я вот сегодня друга позвал погулять с собой, вы видите, да, вот такую ситуацию. Он ее позвал на романтический вечер. Сказал то, что оплатит в ресторане всем. Но в итоге я ничего не попробовал, потому что съела право. Я вот на сигаретах двигаюсь. Поэтому, если у кого-то есть какая-то копеечка, мне было бы очень приятно. Что? Заткнись. Мне кажется, у них что-то серьезное. Да, конечно. Сейчас можно со мной сфотографироваться? Он просто мой менеджер сейчас. Антош, на поснимай. Давай. Давай, давай. Снимаю. Все, давайте, удачи вам. Вы прогулять? Да. Все, хорошего, хорошего вечера. Вот тут можно приземлиться. Помните, я вам говорил, что я концертный директор Колли Ды? Что стал популярным. Помните? Не верили. О, слышь? А? Ты, блядь, вот так сигареты куришь? Урод, блядь. Санёк курит охуенно. Да, проснулся. Притяжки просто делай, как привёз себе. Это водичка. Блядь. Можешь мне достать? Актриса. А что это к вам не подошли фотографироваться? Вы им не понравились, да? А? Они мне номер телефона взяли. Ну мы не фейм просто. Все семерки. А знаешь почему? А. Надо делать чат-рулетку просто. А мы и не знали. Бля, я ебать вспотел нахуй. Представь, что со мной нахуй. Засунь себе в уретру бычок. Дура, я тебя засуну хуй в пизду. Сколько за фотку ему заплатили? А можешь энергетик дать мне? Да, мы наняли аниматоров, чтобы к зельке подходили периодически. Это РЛ пранк? Ой, прикол. Весь бюджет наш месячный въебали сейчас на две фотки тебе. Сколько там было? 300 рублей? Бля, реально сосиска хочется, хот-дог, блин. Забрякать. Мы же сходим, купим сосиску. Да, там дальше будет. На самом деле врет, там ничего нету. Идем. Сейчас еще может белочка, белочек. Сейчас, если бутылочку Белоса взять, то точно белочку найдем. Я ее сожру этот. И пояс сделаю. Тапки сделаю. Блин, как красиво. Кораблики плавают. Че, ребят, как там у вас в этом? Сыктывкаре, Брянске, Челябинске, Мурманск. Привет, Наша. Привет, как поживаете? Это... О, Турция, здравия. Здравием? Здравием. Ты разговаривать не научился, да? Мне похуй. Мне похуй. Мне друзей нет. Я сижу в четырех стенах, мне не с кем пообщаться. Турция, привет. Бля, вот хорошо. А видок-то какой, посмотри, бля. Покажи ребятам. Нет. А если он сейчас вот так посветит на телефон, ты вернешь? Нет. Че, похоже тебе на эту? Другий стрим просто со дна будет. В Омске охуенно. А еще в аквапарке охуенно. В парке реально охуенно. Блять, мне руки заняты. Можешь мне яйца почесать? Зачесалось. Давай. Ты долбоеб!
Мы таким не занимаемся, Антош. Тебя кинут туда, девушка. Кубарем туда нахуй прилетел. Куда он, туда? Да. Не хочу, Антош. Если тебе сейчас 100 тысяч задать, ты прыгнешь? Есть он хуй. Да? За сотку, конечно. Ребят, давайте. 100 тысяч он прыгает. А там глубоко? 16 метров. Я утону. Я метр 50. То есть это еще 4, я вверх. Ну, если еще 100 тысяч докинут, то я тебя вытащу. Если не докину, там... Да, ну, мне не кажется, что ты глубоко. Будешь там чалиться вверх. Реально глубоко? Ну, проверь. Ага. 100 тысяч мне сначала деньги. Ты проверишь сначала? Да, ага. А реально, если я прыгну, а там мелко? Зелья глубоко в руки. Ну, смешно, смешно меня улыбнуло. Угарнул, Лёнь. Я думал, он просто мне обидно хотел. Просто так на это сказал. Просто угарнул на того, я. Кстати, вот тут еще в Тае, помните, Влад ногу разъебал? Вот тут еще осталось, он в Майкрокс ушел. Вот. А, это его кровь? Нет, это кетчуп. А, кетчуп? Да, вот, он, она не отмывается теперь, Лёнь. Отлично, а ты знаешь, что кетчуп может больной быть? Продам тапок, ёпта. С кетчупом, ухвань. Тебе ебаный коммерс, ты хочешь продать... кофту, где каша расписался. Я еще эскизы татуировок делал за 100 рублей. За 100 рублей? Мне это кидают 100 рублей, я делаю, ну, кастомный, уникальный эскиз. Ребята, а что думаете? Зизёчек, он сердечко рисует там красиво. Вообще ёбнутое. Вообще ебанёшься. Покажи мне пример, я даже понятия не имею, про что ты имеешь. Ну, в моей приватке можно найти. Покажи мне прямо сейчас. Сигн вышла, охуеть. Да. Так подожди, Сигн это и есть татуировка. Нет, татуировка это отдельно. Покажи. Нет, он просто рисовал Сигну, а люди донатили и просили тебе нарисовать сердечко. Мне теперь донатят 100 рублей и говорят, сделай мне эскиз. Так, я рисую эскиз по нику. Прямо сейчас эскиз намутишь? 100 рублей. Дома буду. Кидайте 100 рублей сейчас намутим. Не, мне на стриме, ему конечно нет. Нет, тоже будет. То есть я не твой друг? Нет, конечно, мы с тобой вообще. А я хотел сосиску тебе купить. Какую сосиску, блядь? А, нет, хотел, я тебе сосиску никогда не дам. Сосиску. Мы помним все про сосиску, ёпта. Что ты, блядь, друга нахуй поменял на сосиску. Слышь, какого нахуй друга? Ты знаешь, сколько у меня тогда было на кармане? Сколько? 1040. Да хуя, ёпта. Сосиска стоит 200, блядь. Ага, там сосиска 400 стоила. Да что ты пиздишь-то, блядь? Дорого. Гонит, ёпта. Блин, так приятно, девочки подошли сфотографироваться, говорят, нихуя так красиво у Коли в клипе выступил. 5 секунды, помнишь у меня отрывок? Лада, Турбоспейс. Ты просто хотел мимо. Не, ну, не, на Тупор меня там попало. Так я говорю, после этого стал узнаваемым. Ко мне... Ну, жаль, ты, ну, из-за не Жалецкий. Лох не поехал на съемки клипа «Юга». А там вообще такой клип разъебались. Да? Это вообще пиздец. Да. Бюджет был, по-моему, 17 миллионов. Сколько? 17 миллионов. Откуда у него такие деньги? Там взорвали. А сколько у него такие деньги? Там ебанутый клип будет вообще. Там он машины, 3 машины снял, короче. Прям пиздец. Там краны какие-то, блядь, эти... Крепления, скалолазные. А все снималось на ударениях. Они там что-то, он вот так кружился, там какие-то фаеры, блядь, что-то там пиздец. Блядь. Там спецэффекты. Ну все, ну не морозь, я не хочу больше слышать. Короче, хуйня была, да? Хуйня, блядь. Жаль, что ты не смог приехать. Из-за того, что проспал. Потому что тебя комары покусали. Он не приехал на клип, кстати, потому что его комарики покусали. Он подумал, что у него эбола и чума, прикиньте. Но типичные зелья. Извиниться не хочешь? Типичные зелья. Извиниться не хочешь? Ой, типичные зелья. Укусил комарик, он подумал, что у него эбола. Тебе показать фотографию, что там было? Где? Реальные фотографии. Какие фотографии? Фотографии не существует. Ты извинишься. Фотографии не существует. Ты извинишься. Перед кем? Перед мной. Нет. Да. 1000 рублей мне на Сбербанк. Коммерс. Показывай нам. Типичные зелья. Так, вы, блядь, Я не хочу с тобой. Сейчас бы знаешь, что бы охуенно было бы? Black Russian взять на рекламу. Ну. А ты не можешь написать? Нет. Все, они закончились. Ну, не знаю. Может быть. Может нет, может да. Он охуенно заживал, он был среди всех один-единственный богатый. Он уже, знаешь, там как на работу, каждый день просыпается 8 часов. А я думаю, скоро, ну, вернусь. Если возьму. У меня лимп, я цикл заново начался. А! Долбоёб. Пугался? А какой сегодня? Вторник? У меня большая палка, да? Прыгай на мужика. Ай, блядь, ты долбоёб, я тебе сейчас нахуй пиздец. Чё сделаю, ёпта. Чё сделаешь? Ничего. Ай, ебанутый. Ты готовки хочешь? У меня, блядь,
кулак. Да, астма. Кулак. Что кулак? Тебя ударил. Подрочить не хочешь? Мы с тобой с Ленькой угораем, рофлим. Пизда, я сейчас похаваю, блядь. Вот когда ты будешь стримить, будем. Пузо лобнет, будешь валяться, блядь, как бегемот, блядь. Блядь, вайп 40 бургеров прям расхавать. А реально? Я вообще не ел 2 дня. Ну просто на воде существует. За сколько переплывешь? Кого? Денег. До туда? Да, до пляжа. Я думаю, что мне течением смоют. Да, блин, мне там течения-то нету. Смывайся мультик смотрел? Нет. Немо. Смотрел Немо, там через туалет постоянно в озеро прыгали рыбки. Рыбки, знаешь? Которые на яхте? Да, что? Ну, Настя рыбка или как там? Алекс Ластер. Ты, блядь, похож на олигарха? Я? Да. А на аллигатора похож. Я похож на крокодилового. Ты похож на крокодил, который, блядь, в падике используется. Я сказал, я на крокодилового похож, придурок. Я уже заранее сказал шутку, которую ты потом повторил, придурок. Прихваром тебя. И тебе сейчас ёб. Ты мне не нравишься. Понимаешь, мы друг другу не нравимся, но нас просто приходится вместе существовать. Мы вообще друг друга ненавидим. Давайте так, 100 тысяч рублей и, 50 ему, 50 мне, и мы не стримим. Никогда, никогда. Год, месяц, ладно. День. Так уж и быть. Я хочу побольше выходить на улицу. Пойдем? Пойдем. Стой. Бежите. Все, загрузились. Ты кури, работа с крылышком. Я чувствую себя этот пешим этим, блядь, как он? Энергетик, не забудь. Как эти называются чуваки, которые в рейсе ездят? Дальнобойщик. Я пеший дальнобойщик, нахуй. У меня кузов забит полностью. Как так получается, что ты не умеешь разговаривать, но когда бит врубается, ты оксимирон? Как? Ну ты реально, ты же слова путаешь, ты не умеешь разговаривать, формулируй свою речь грамотно, блядь. Очень сложно. Ты вообще... Чувак, дай мне тему, я тебе сейчас изложение скажу, вот прямо, блядь, без остановки. Какое изложение, блядь? Ну вот какой-нибудь эпиграф. Какой эпиграф, блядь? Ты знаешь, давай, эпиграф? Скажи мне тему, конечно, это этот. А параграф ты можешь сказать, блядь? Параграф — это откуда начинается предложение, еще отступ в 1 сантиметр. В школе. Че ты думаешь, я вообще, блядь, ненадежный? Мне кажется, у тебя по русскому языку был балл минус, блядь. Чувак, мы по русскому языку, мы курили вместе, ёпта. Что, книжки, блядь? Нет, закладки. Ну, книжка. Книжка, конечно. А помните, мэм? Я тебе говорю, сейчас сяу. Я мистер, ёпта. А то, что сегодня какой-то вообще в ударе, ёпта. У меня просто алкоголь ушел, и теперь агрессия какая-то, видишь, мне? Мне надо в чат-рулетку, может быть, вернуть? Вот, кстати, я бы на самом деле на твоем месте в чат-рулетку попробовал бы. Заново, потому что там, знаешь, говорят, новая жизнь начинается. Для того, чтобы достичь успехов, тебе, знаешь, надо как этот, в отдельную какую-то страну поехать, там какие-то горы. Тебя вот как, на этот, в военный лагерь, база. Да. Взяли, сколько лет ты уже куришь? Что вчера начал? У тебя просто там кисель в башке уже. Не, чувак, вот скажи мне любую тему, я тебе прямо сейчас расскажу без остановки. Адронный коллайдер. Адронный коллайдер был создан какими-то там чуваками, учеными с Америками. Америками. Не, это. А это знаешь, что такое? Это эротив. Я специально эротив, это когда ты говоришь неправильные слова. А, да? Это специально, когда ты делаешь ошибки. Вы долбоебы? Еще скажите. Слышь ты, ёба. Ёба? Беспонтово. Ну мне очень нравится гулять. Я просто дома сидел до этого год. Не вообще из дома не выходил. Ну максимум мусор выбросить. А, и то как. Я просто... Знаешь, как я типа убираю из дома? Я мусор возьму в пакеты и на балкон выставлю. Белка. А, давай белку снимем. Где белка? Вот белка. Где белка? У меня белка, походу. Вон белка. Вижу. Давай с тобой фору запустим, как с этим, с айтипедией, где, типа, он на фоне, знаешь, что-то снимается, а потом, типа, под музыку, что это из лего-набора какого-нибудь. Или в этом, типа, это маленький. Это монтаж. Смотри. А, вон, Лёнь. Ух ты, блядь. Хочет кушать белка. Не, они здесь, мне кажется, ручные все. Это...
могу если ждать. Белка подсунется. Давайте стрим белки отдадим. Эй, иди сюда. Белка, иди сюда. Она хотела спиздить. Давай, знаешь, штатив? На, на, белка, на. Эй. Это нафиг, слышь, это нарик. Не, ты она ищешь? Просто не берет 13 айфон. О, блин. Домой. Она испарилась. Слышишь? Я себя тоже когда-то чувствую чуть-чуть белкой, когда я в лесах. Ну он на себя своем вот этом, блин. Наверное, наркоши, что с ним взять? Не. Блин, тупая белка. Ну, прикольная. Дурацкая такая, по-хорошему дурацкая. Я хочу потом посмотреть. Бля, я просто впервые вижу, чтобы белка вот настолько белка близко подходила, она к людям. Она прямо в телефон въебалась. Ну, да, да. А это ее хата? Да. Давай ей энергетик поставим. Че, 70 кинуть кидаем? Блядь, прикиньте, реально. О, да, глянь, она ест сухофрукты. А давай орешки возьмем, пойдем ими белок кормить. Слышишь, так прикинь, она еще залупается, ей не нравятся эти орешки, она ходит тут выебывается. Она наоборот все, типа, сюда несет, чтобы у нее провизия была. А если потом такой, как я, приду и в карманы положу? Ой-ой, мои запасы. Спортпит. Яблочко. А я дурацкая. Ну, это да, такая тоже в свое время дурацкая немножко. Чуть-чуть. Что дурацкая? Дейзи. Ну, девчонку знаешь такую, 16 лет? Не к Валере Мамуре подкатывала, скидала все голые нюцы свои. Не знаю. Можем байдарку взять на байдарке. Это онлайн? Да, онлайн, блядь. Не, ну регистрация или как ее зарезервировать? Да, на спальне. А сколько, интересно, будет стоить? 1000? 100? Да, дороже. Но ты платишь. Не, у меня денег нет. Мы еще не заработали. Кого стрим, то ты платишь. Не было, не было, не было. А, что ты мне прямо спамишь? Знаешь, за живое, да, задел? Знаешь, кому-то ты нюцы кидала свои. Подожди, а мы это не на левой стороне были? Там потом дальше шли, там было художное. Пусть будет художник. Он брет, он, я клянусь, он не знает, где художник. Да, он все ходит, понял, по кругу. Да, я все знаю, ребят, доверься. А так же, как мы здесь первый раз просто. А Антон дурацкий, и Антон тоже дурацкий. А еще у него дурацкая жопа его. Она очень смешная, когда пьяная. Она отдельно от хозяина бегает, да, она садится куда бы. Это в прошлом, я больше не пью. Он так говорил, ну, так сколько? 416 раз, 417? Я 10 дней уже не пью. Охуеть, ты до этого месяц не пил. Чего, блядь? Ну, у тебя был период, где ты месяц не пил. У меня не было, я не знаю, сколько лет. Ну, короче, я не верю Антону, и вы, наверное, не верите тоже. 10 дней не пью и не планирую. У Антона тощая дурацкая жопа. Блядь, меня на Твиче забанили. Притом я нихуя не сделал. Сидел ваш стрим глядел, вас опасно смотреть. И из чё я бразилы? Если чё я бразилия? Ну, видимо, за это и забанили, братишка. Тут только смотрят наши. Ну и в любом случае, тебе огромное спасибо за донат. Твое вложение пойдет на сегодняшнюю сосиску. Ты заработал на 3 сосиски? Инвестиция в сосиски. Нет, я пока только на одну заработал. Чё ты пиздишь-то, блядь? Что? Сколько? Что? Ты сосиски нам был? Мне там на одну сосиску, дай бог, чтобы наскрябать. Козел. Слышь, Антон, ты вообще-то в шпане. Купи мне сосиски. А я без склада. Купи мне сосиски. Слышь, дай крики? Все забирают до последнего, сука. Носки снимай. У меня ноги замерзли. Моя бывшая немножко стерва. Чуть-чуть. Ты подожди, мы же тут были, разве не? Бля, вот тут домики проходишь, как будто реально, знаешь, отдельный остров, там, Сочи. А люди, они здесь из золота состоят просто. Ну да, и суд камнями. И суд платиной, там, да, бриллианты. Суд камнями? Суд камнями. Камни в почве? Ну. Нет, здесь вообще разъебало. Да, ну, блин, богатый. Ну да, и домик, знаешь, сколько квартира стоит? 130 лямов, 160 лямов. Нет, 160, ладно, загнул, потому что там в Москва-Сити, наверное, по пол.
миллиарды стоят. Но домики хорошие, прикинь, выходишь, у тебя пруд сразу, закрытая территория. Но единственное, если ты заказываешь доставки, это, наверное, вообще пиздец вилла. У тебя там просто... А, ну да, 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 возможно. Так там, алло, так там Малстрой живет, походу. Мальчик. Этот козел чат не читает, ты дебил? Забаньте, будь здоров. Фу. Где ты, вот этот уже ебаный? Прикол. Нет. Давай. А че я? Антон, ты не... Ага. Не умеешь ты веселиться. Там клещи, ты ебанутый? Леня, 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 сможешь заснять охуенные кадры? Брама, Брама, иди. Иди, твой стрим, давай. Я не пойду туда, там таракан. Ну иди нахуй тогда. Пойдем. Пойдешь нахуй со мной? Да я маленький, я вот застрянул здесь об ветке, блядь, головой. А ты можешь реально вот так вот? Слабо там прожить неделю. Как? Ты это мне предлагаешь? Да. Ты ебанутый? Давай там. Может, тебе ебушку? Что? Дай сиськи потрогай там, женские. Ты меня вот для этого хотел сюда привезти? Мы для этого шли нахуй целый час сюда. Да, хот-дог будет. Хот-дог будет. Вот и хот-дожная. Бро, я хочу реально сосиску. Сука, это дед тихо, только молодой, ему не с кем общаться. Вот он ищет, заводит всяких разных блогеров, все полисадники. Домой ко всем грудь, тараканов раскидывает. Да, да, да. Из кармана. Антош, нам это не нравится. Антош, ты сказал, будет Диснейленд, сладкая сахарная вата и планчик. И сосиски. И сосиски. Сосиски будут. Дай нам хотя бы выполни хоть один из аспектов. О, блядь, убрал за собой. А почему вы ему минус реп не пишете за то, что он харкает в травку? Хотя бы покажи сосиску там. Да, покажи нам сосиску, браво. С соусом. Да на, ёб. Давай. Показывай. Так что ты камеру убираешь? Давай. А, то есть человек плюнул на траву, и вы пишете плюс реп, да? А то, что, блядь, ей неприятно, когда на нее плюют. Вы никогда не могли подумать, если бы вы были... Ты мне дарил свою любовь, я ничего не понимал. На пиво к сосиске. Разбаньте в чате, плиз. Так, модераторы, разбаньте человека, пожалуйста. Спасибо большое тебе за донат. Мне задонатили, знаешь что? На пиво к сосиске. А что, давайте слышите, может реально мне бутылочку пива выпить? Типа, а чё, как я не родной, да, сижу, какой-то энергетик дрябздо. Может, реально пивасика купить? Чё скажете? Ну, опять же, мне должно хватить и на бутылочку пива, и на сосиску. А там пиво... не подумал, а мы рядом будем сидеть, что? Смотреть, чтобы ты... нам сосиски купить. Так ты не пьёшь. Сосиски. А мы забухаем. А сосиску можно только с алкоголем мешать. Нет. Да. Нет. Да. Ладно, тогда иди один вот покупай себе сосиску. Не пойду. И пиво, блин, алкоголик сраный. Антош, сколько нам идти до сосиски? Ну, километров 5 ещё. Все тебе не нравится. А? Будешь? Нет, ты допился. Дурачка нашел? Тут же есть мусорка, правильно? Вон она. Ага, мне через траву надо идти. Трещики покусают, боишься? Ладно, сейчас сделаю. Плюс реп! Плюс реп! Вы чё, долбоёбы? Какой минус реп? Вы придурки? Чё, из зелья выкину банку просто в траву? Вы чё, ебанутые? Я обосрался в партийной бычке. Всё, ладно, я понял, я бычки теперь буду тушить только... Ещё белка. Ещё белка. А ты яблоки там. Кормушки. Это белка. Я ее вместо сосиски сейчас шлепну. Бля, прикольно. Сука. Блядь, может это вместо сосиски? Давай за хвост и в карман. Белочка.
грубый тон был. Да все, кос нет, ты теперь на белочек переключился? Давай, Антош. Белка, ну тебе от нас не оторваться, Север. Какая жопа у меня, смотри. Жопу белки? Парк выживает зелье. Да чё? Я просто смотрю на местные красоты. Я никогда не мог подумать, что тут есть реально свои белки. Насыпь ей мефа. Вы долбоёбы. Я осуждаю данное высказывание, не понимаю, во-первых, о чем идет речь, а во-вторых, всякие гадости не пишите, пожалуйста. Красиво. Антош. Да. Я хочу хачапури. А сосиску? И сосиску хочется. Подожди, мы круг сделали? Нет. Мы же начинали вон там разве? Огромный. Впервые за столько времени вышел на улицу исследовать местность. Ну да. Первый раз в жизни белку увидел. Вообще, на самом деле, второй раз. Первый раз в зоопарке был. Реально, слышишь, тут чат уже негодует, спрашивают, где сосиски? Ну, ПТСР просто, блядь. А они скинули на 3 сосиски нам денег? Пока только мне. Так ты доведи сначала до сосиски, там уже речь будет. Ну, а я не верю, мало ли не скинут, понимаешь? Ребят, скиньте, пожалуйста, нам на 3 сосиски, мне, Ленчику и Брамчику. Видимо, он из-за этого нас кругами водит, чтобы, блядь, не... Следы путаю, блядь. Пожалуйста. Где сосися? Сосиси не знаю. Это ты, наверное, про знаменитого Франческо Бомбони на сервере Альта? Так его посадили. Тони Старк. Ты за секунду выведешь, ты такого хачапури хочешь? Какого хачапури? Я обычно хочу хачапури с сыром много, чтобы он там тянулся, вонял, пах, цвел. Блин, мы реально обошли целый парк с другой стороны, но тут я не вижу ничего. Мы не обошли целый парк, мы одну треть даже не прошли еще. Реально? Да. А нахуя его такого большой делают? Антош, да. Где сосиски? Не будет сосиски. В смысле не будет? Я наебал, здесь нет подобного. Я пойду в обратную сторону. Пойдем в Макдональдс пошел. Пойдем в Мак? А где здесь есть? Да, сейчас таксу вызовем. Антон. Да. На элите, на элите. Мы хотим пока сосиску. Ну ищи. Ой, паги, хочу. Что? Дези, фу, осуждаю. Не пиши такие гадости. Ты хочешь, чтобы это про... О, какая малышка там идет в сарафане, голубом. Нихуя у нее еще осанка. Смотрите. Ебать. Чудо-человек. Она походит за компьютером. Бля, вот повезло девчонке. Ну, у нее прямо, знаю, видели спина? Вот так вот. О. Пирожковая. Я думаю, да. То есть это не те сосиски? Да. Как нет? Антох, ты сам не знаешь, где сосиски? Да, знаю. Да. Где-то есть. То есть получается... А, да, глянь, тут можно реально лодку взять и плавать здесь. Да, возможно, туда надо было. Туда, туда надо. Налево? Да. Я хочу съедобную, не какую-то, блядь, озабоченную вашу. Что вы там говорите? Блин, а там сзади дворик еще есть хороший. Блин. Но пирожковая это как будто вообще шлаг. А вот это жиры самса фу невкусно, который лежит уже на стекле, наверное, уже неделю. О, слышишь? А ты сможешь вот это себе в жопу ставить? О, ты озабоченный. То сосиска, то шланг. Антош. А? Вот ломка без сосиски. Блин, вообще надо было грамулю с собой брать.
на вот плавает. А? Бля, не рви, но это хорошие цветочки. Ну, кстати, гляньте, да? Прикол. С цветочками сфотографировать? Да. И меня тоже потом. Было? Было. А теперь меня. Давай. Сфотографируй меня, цветочек. Сейчас. Красивый? Нет. Меня... Ты не меня снимаешь. Меня потом сосиски. Сбил на меня. И с разных сторон. Вот. Нет, с разных вкусов. Ой, блядь, с разных ракурсов. Вот да так? Не так, Антош. Антон. Вот так. Как тебе ракурс? Да. Сфоткай меня для мамы. Антон. Да сделал. А так можно? Почему мы не так? Так можно было? Погнали, слышь. Просто номер только приколать. Просто зафиксируй номера, реально сейчас ДПС пойдем. Жалобу оформим. Сука. Если бы я знал, что так можно. Он чувак горнолыжник. Осторожно, белка. Брату, конкурс Молстрой уже кончился, там уже деньги выплатили. Не шарит. Стой! Круто. Да. А что будет с белкой? Привет, в ДР добавь. Приятного. Спасибо большое, но жалко, что ты не задонатил на сосиски. Ребят, как получилось, что у меня топ-донатер, который сегодня скинул 1000 рублей, он задонатил не на сосиски, а на добавление в друзья ВКонтакте. Надо еще, чтобы он кинул на сосиски? Если у тебя есть деньги на сосиски, ты можешь покормить моих друзей, но меня кормить не надо, потому что я уже и так накормлен. Сегодняшние 1000 я обязательно возьму себе очень вкусную сосиску, но, к сожалению, мои ребята будут просто смотреть на меня и будут потом... Да, смотри, мужик на велосипеде разбился и умер. Он разбился, ДПС вызывайте. Он в пенек въебался, погиб, блядь. Спасибо огромное за донат, это пиздец. Спасибо большое, реально. А купил сегодняшние затраты этого дня. 70 рублей на метро. 70 рублей на метро. Не, банка энергетика. Смотри, да, вот так парк, а там уже это и город, да? Ну да. Не, слушай, вообще на самом деле классно иметь квартиру рядом с парком, потому что вот когда я на Пролетарской жил, я постоянно, когда выходил за сигаретами, я мог просто покурить, знаешь, взять кофе и пойти по парку погулять. Было очень круто. Спасибо еще раз огромное за 1000 рублей, братишка. Я обязательно тебя добавлю, как только дома буду. Вот. Поэтому вот так, но... Если скинешь 10 тысяч, он вырубит стрим и прямо сейчас тебя добавит. Да. А за 20-ку я могу приехать отсо... Отослать посылку подарок. Отослать посылку подарочную. Отослать. С Даркнета. Отослать. Отослать. Вы что, всей братвой на зеленой ветке живете? Ну да. Снова замерзла ночь, а мокрый асфальт целует холодный дождь. У тебя весь день, может быть, ты придешь. Пустые тротуары останутся ждать любовь. Ням-ням-ням. Слышь, они тебя, он тебя дразнит. Он задонатил 500 рублей снова не на сосиски. Блять. Сосиски. Нет, он задонатил просто, знаешь, за что? Ну. Поднасмехаться над вами. Ням-ням-ням-ням, он сказал. Димасик. Димасик, закинь сосиски. Мы хотим кушать. Или он тоже хочет кушать.
Лондон. Ему тоже можно. О, блядь, да ебать. Алоне надо 4 сосиски. Я очень маленькая девочка. А что тут вообще такое, блядь? Ну, видимо, это нормально. Это, видимо, слышишь, это... Кажется, матрица не прогрузилась, и у них, типа, карта дорог, они... оттуда смещаются. Фрейзит, я пингую там. А если это, слышишь, охранник просто парка? Самый нищий человек, да, на крестах? Самый бедный. Спасибо еще раз огромное за 500 рублей. Спасибо большое. Так уж и быть, пацанам здоровый ключ куплю. Водички. Я гаечным ключом ебну, блядь. Это ДРП, блядь. Не сможешь. Гаечным ключом на 8, блядь. Не сможешь. Вот видите, вот типа, блядь, какая агрессия. Вот сразу, как только начинает кидать... Я самый маленький ключик возьму и буду хуярить тебя пока. Как только начинает кидать огромные донаты, другие стримеры начинают стримерам завидовать, потому что, ну, тому кинули деньги. Мы алчные просто, мы реально, мы каждого, любой из нас другого продаст за бутылку пива и 50 рублей, как бы, блядь. Поэтому я думаю, что вы знаете, кому надо кидать деньги, я такого не сделаю никогда. Я никогда такого бы не сделал. А вот Антоша любит людей обманывать. Да ну нахуй, я люблю людей обманывать? Да. А ты ничего не перепутал, ёптать? Это сейчас наезд? Ну да. Это сейчас, это именно он. Ой-ой. Ну что-то сосисок сегодня это нет. У меня уже деньги в этот, как в карманы не влазят. Это сосиска. Бекон уже золотом срывается. Я уже как антилопа у меня из подошвы мелочь сыпется. Мы пока дойдем до сосисок, мы обратно уже, блядь, это, мы сможем уже какой-нибудь ресторан пойти. Нормально двигаемся. Что за бизнес, сука? Бля, это реально, мы как будто, знаешь, чем сейчас занимаемся? Вот программа была Stop Ban. Или когда входишь и зарабатываешь криптовалюту. Это, знаешь что? А, я понял. Сейчас вот пока до сосисок идем, короче, тебе столько денег накидаешь, что мы лавку эту выкупим, мы будем сами сосиски. Пирожочная. Нет, тогда, слышишь, тогда у меня потеряется цель жизни, и все, мне тогда не захочется жить. GTA 5 RP. Ну, потому что нет, я достюсь. Знаешь, почему? Потому что... Девчачья. Потому что у него он маленький, вы что, долбоёбы? Это нормальные мужские... это нормальные мужские кроссовки, вы что, дебилы? И он покупает себе туфельки маленькие, женские. У него ножки... Какие маленькие ножки такие? И ручки жабьи. Я просто принцесса. И маленькие жабьи ручки такие. Поэтому он плавать не может, ему амплитуды не хватает, чтобы на поверхности держаться. У него пузо большое, а лапки маленькие. Так заебись, я просто меня просто положить на воду и все. Как бочка, реально. Слышь, много пиздеть будешь, я тебе сейчас цветы кину. Да ну нахуй. Да. Типа заразишь меня чем-то? Сейчас я такой букет закину за шиворот. Ой-ой. Свободно, ну вот просто спать там. Ну вот я хотел туда. Но что-то тут не вижу ни одного заведения, похоже на сосиску. Сейчас будет. Ну, краска запахла. Тебе вам нравится краска? Да, запах краски и бензин, да. Бензин, да. Клей. Колонны, клей. Клей. Лак. Нет, да. Лак и краска прям. Не, лак тоже охуенно, но только легкие слипаются потом. Пишу, тут ключи есть. Кстати, а почему они не выложили цветы в триколор нашей страны, я не понял. Какая-то ошибка, да, если я не ошибаюсь? Вот белый вижу, красный вижу, синего не вижу. Вот это должно быть синим полностью. Так что и охранники этого парка, пожалуйста, прислушайтесь к моей жалобе, да? Чтобы цветы были в цвет триколор нашего, нашей страны. И без глупости, пожалуйста. Бля, ну так красиво здесь. Взглядом, а не руками. Присоси взглядом, давай. Покажи, как ты присасываешься взглядом. 5000 я прям... Смотри, как будто малолетку увидел. Слышишь? 5000 и я прям вот так вот пробегаю. И тебя просто вот дед выбегает, после дубинки. Покажи, как ты присасываешься взглядом. Представь, что малолетку. Долбоёб! Иди нахуй, ты что за хуйню осуждаю, блядь? Слышь, вот у тебя растится... Ой, родится дочка, я ее выебу. Понял? Я твоей дочке накончаю в рот. Вот и думай головой, чем ты занимаешься. Сейчас она родится, а ты сразу пойдешь дютика маленького. Да, да. Нет, я... Да. Ну, в тюрьму тогда тебе. Слышишь? Вопрос, Антох. Вот представь, у тебя есть жена, у тебя появилась дочка, ей 2 года.
Жена твоя уехала на заработки в Турцию. А ты остался с ребенком наедине. Так. Ты понимаешь, что девочку надо помыть маленькую. Три года твою дочку. Ты будешь ее мыть? Мыть дочь свою? Да. Конечно, буду. А в душе или в ванной? В ванной купать буду. Или с ней купаться? Не, купать дочь свою мыть. То есть ты будешь везде ее мыть? Ну, помою, да, чтобы она грязная не была. Для себя? Нет, просто чтобы здоровье у нее было хорошее. Он возбуждается, когда такое говорит просто. У тебя прям, да? Начинается у тебя... Соски твердеют. Язычком начал играть. Ты болен, Зель? Ты дурак? Я на тебя жалобу оставлю, понял? Это потому что ты с детства с Малстроем там якшался, и вот ты по его стопам. Какой нахуй с детства, блядь, да? Я с 3 лет сидел в одном садике с ним, держали. Его за пенис сосал и лям злой муички. Еще одно слово, я тебя бью по ногам, придурок. Где сосиски, сука, черт нахуй? Ты сказал, блядь, будут сосиски. Сосиски не будет, я наебал тебя. О, Зеля, ты с Гомеля? А можешь идти помедленнее? Нет. Меня парализовало. Это кто меня помоет? Вон он. Не буду показывать пальцы. Слышь, браво? Да. За сколько? Ладно, не буду. Сегодня прошло уже 20 000 шагов. Ой, я тоже? Да, ты успел. Ну, за ночь вот. Я тот же самый маршрут ночью делал просто. Ты сегодня на полтинник идешь? Да. Похуй. Хочу просто к 8 вечера весить 40 килограмм. Да так и будет. Сосисок все-таки не будет, походу. Да какой нахуй не будет? Я шел только с целью того, что я поем сосуску. Сосу? Сосуску. Не, конечно, иногда пиздато иметь свою тачку. Хотя на самом деле это даже вот вместо мне сегодня спортзала. Бам-бам. На своих двоих. Почему здесь камеки? Брама мальчик или девочка? Мы сами не знаем. Ниже трусов не заходили. Он любит поковыряться в носу, потом обгу вытирать. Потом есть козявки. Мы, походу, за сосисками не идем, потому что он уже наелся. Брам. Тут сосисок нет. Зелень на колени ходит, он же 1.90 ростом или типа того. Но я на полусогнутый для того, чтобы вы некоторые не ущемлялись. А так, да, 1.90. Дай водички. Подошел сзади. Сейчас, бля, кошелек, кредитная карта. Кредитка у тебя там максимум. Еще наушники Beats. By Dre. Кстати, подписчики, а вы помните эти моменты, когда были популярны такие проекты, как всемайки.ком, сайты по Counter-Strike с кейсами? И еще что-то было, блядь. Подойди за Арину. Ну вот эта карточка Мистер Beats. Подойди за Арину, не вон, тоже начнет работать. О, 3-3, слышите? Давайте, суки. Здорово, парень. Да. Да. Здорово, долбоёб. Ты обзывался в интернете, гандон. Ну и шо вы ебальники уткнули? Забора не будет, они так-то ебало тебя набьют вообще. Ну, чё? Чё ты пялишься? Она, чью ты маму трогал? Ты апельсин ебучий. Чё ты его обидел? Извини. А чё он выёбывается в интернете? А он? Нет, это он. Слышь ты, мразь. Да, я говорю тебе. А это мини-чел. Иди отсюда. Слышь? Уходи отсюда. И больше не пиздите в интернете всякие гадости про меня. Придурок. Тут надо, понимаете, по-жесткому. Надо по-жесткому. А где... Он гусам приплелся, походу. Абрама где?
Грамотный.нет. Кстати, был такой сайт. Правильно? Розовый. Кстати, там музыку Зайцев.нет, да, постоянно там, типа, новая выходила? Ебать, тоже это олд пиздец. А где он? Браму! Браму! А где ты был? Стоял. Странно, у меня, походу, текстурки не прогрузились. Брамчик уже гуся жарит. Кстати, видели моего гуся? Скажите нам, что маленький. Медали? На самосирии ко мне будут нормально относиться, потому что у меня гусь пиздатый. Женские ручки. Ты себя в зеркало видел, молочная железа, ты слышишь? Как общаешься в интернете, сука? Что за кальмар? Долбоёбы, это гусь. Рука у меня так накачана. Вот. Сейчас. Во. Ладно, короче, в жизни увидишь, потрогаешь. Охуеешь, извинишься. И будем нормально с тобой продолжать общаться. Бля, мне кажется, реально Брамчик меня, походу, это бросил на вот эту новенькую, которую с Давинчика он себя нашел. Это просто реально. Сначала он зовет тебя гулять, говорит, да ладно, братишка, мы с тобой давно не виделись, давай вместе погуляем. А по итогу, блядь, взял свою девчонку, нахуй, это они за ручку еще не идут для того, чтобы мне на нервы не капать. И вот они постоянно так гуляют, они обнимаются вместе, они ездят на одном автомобиле вместе, они даже сзади сидят, а меня на переднюю сидушку заставляют садиться. Походу, мои друзья любят друг друга. Плюс ребрама, я бы так же сделал. Гандон. О, там тоже про гуся говорят. Наши. Брама! А? Это уже не смешно. Когда мы уже выйдем отсюда? А мы все, мы здесь жить останемся. Я предлагаю начинать строить шалаш где-нибудь на большом дереве. Я бы просто пирожочек бы съел. Мы просто за месяц без интернета одичаем. Зелья потрочили. Что? Дрочь мне своими культяпками. За деньги 1000 рублей потрачу, как нику. Покажи, как... Блять, ну пойдем, наверное, выйдем отсюда, Брама, не? Пойдем. Пойдем сюда. Ну ты вправо идешь. Просто если мы сейчас пойдем вправо, мы опять сделаем круг. А он просто измором нас хочет взять интересно. Да, не получится. Сигареты у меня забрать. Подожди, такое ощущение, как будто мы тут были. Нет. Я просто помню вот этот белый дворец. Он сам пытается понять, где он. Скорее всего. Эти цветы мне надоели. Налево посмотришь цветы, направо посмотришь цветы. Везде цветы. Да не, я не пойду вправо. Нам туда. Лен, ты ему веришь? Я не верю. Конечно. Слышишь, нет, мы не пойдем туда, Брама. Пойдем. Нет, там нет сосисок. Там выход. Там есть, пойдем. Там нет, нет. Чат, мы ему не верим. Ну, мы только что оттуда были. Не, мы были там. Где? Так центр там. Центр там. Нет, центр там. Там. Там другой берег. Ты нас до сосисок довел? Подожди, я сейчас навигатор просто. Да, включи навигатор. Иди нахер. Погнали. Мы лучше сейчас по карте посмотрим, где реально вход должны. Мы не играем больше с тобой в эти игры, понял? Сейчас, смотри. Сосиски. Крошка-картошка, далековато. Не, крошка-картошка, там нет сосиски. Я знаю, где сосиски, пойдем. А, смотри, стрим где. Стрим уже мы? У меня, погнали. Сейчас доведем их до сосисок.
И не до сосисок. Сейчас все им покажу. Да, здорово, ребят. Погнали, сосиски там. Маленький рассинхрон, нам надо зайти туда. Зачем? Там сосисок нет, сосиски там. Полям за маячки. Можешь пока подержать, потому что у меня портфель немножко заебался. На-на-на-на. А у Брама маленькие соски, его ебали бобры. Это я уже распеваюсь к этому. Буду скоро треки свои делать. Приходи. Сейчас вот уже вот рядом сосиски, вот сейчас придем кушать сосиски. Да, друзья? Иди нахер. У, я со школы, привет. Как экзамены сдали? Все хорошо? Вот уже чуете, сейчас вот скоро будут уже сосиски. Уже очень рядом. Не-не-не, мы к сосискам идем. Расскажи, что было на съемках клипа у Юга. Ну, увидите в клипе. Что рассказывать? Ага, вот надо так. Быть либо подписанным. Подписанным надо быть на мою приватку, на мой телеграм-канал. А можешь меня увидеть. Пропиарить тоже, друг? Нет, не могу. Пропиарить не. Нет. Сейчас вот сосиски пойдем кушать. Да нет никаких сосисок, все. Есть, есть, сейчас будет. Я уже не верю тебе. Сейчас будет все. И сосиски, и Макдоналдс. И КФЦ. Все будет. Коэффициент? КФЦ. КФЦ. Тут сосиски? Нет. Дальше. Мы уже какие-то владения пришли императора Петра Первого. Все верно. Да? Ну. Да он сосиски не ел, тогда еще не было хот-дога. Да есть хот-доги, есть. Тогда просто сардельки были. Может, сыпсо? Вон. А, тут, слышишь, фотодворец есть. Нам туда. Да, подожди, я так... Что, мы заходили, может, во дворе зайдем? Мне кажется, он реконструкция. А может, туда пойдем? Вот. Я говорю, вон там, видишь, дворик там сосиски. На будочку от сосиски. Булочку от сосиски 50 рублей. Ребята хотят увидеть так дворец? Нормально не зайти. Да не, ну хотя пройти туда, посмотреть. Ну там точно нет сосисок. Хотя пускай на дворец посмотрим, потому что твои сосиски еще непонятно когда будут. Тем более. Красиво? Ну не то чтобы очень. Это дворец. Нет, там может было зайти, чего? Тут касса. О, тут за деньги смотреть на дворец. Ну вот, бесплатно только вот так. Дворец. Вам нравится? Пойдем сосиски есть. Пойдем сосиски есть. Не дворец, а... А нельзя написать вход во дворец платный? А какой еще он должен быть? Да я вообще-то житель Санкт-Петербурга. Я патриот. Я продвигаю Россию. Но охуеть. Что? Да он стал на полусонку ходить постоянно. Я завтра стриться иду, кстати. Стриться? Да. Под 0,3? Не. Я буду тебе, знаешь, что делать? Волосы вперед и приподнятый немножко. Башню опять хочешь? Не, не башню. Ну, да, нет. Ну, не на бок, а вперед. Как это? Вот так. Чтобы будет собрано вот тут. Как носорог? Ты как Элвис Пресли хочешь ходить? Да. Египет. Тагил. Ну где твои сосиски, чё? Да вон там сейчас будет. Я тебя уже не уважаю. Нет, мнения чё-то. Вон там сосиски. Меня надежда, конечно, не покидает, но я уже не верю. Я тоже не верю, нас наебали. Мы просто, знаешь, как это вот, блядь, головку дали за 500 рублей проехаться, сказали. Бля, сейчас там такая экскурсия будет, в итоге ходят просто, блядь, по улице, водят нас. Да, мразь, тебе говорю, адресовано. Тебе говорят, ебаны. Купил еще ходули. Вообще бы я на инвалидном кресле катался бы вот так вот. На электронном, не самому при этой силу пренебрегать.
пальчиком. Пренебрегать? Принимать. Меркурий. Это долбоеб, это здание. Артемида. О, это девчонка моя. Бывшая. Аполлон. Это я. А чё? Чувствуете сосиски? Я чувствую запах немытой машины. Мой замок, да. Мои имения, так скажем. Хочется уже покакать. Покакай. На велосипедист. На колесо, чтоб не уехал. Опять цветы, я ненавижу. Полянка такая красивая. Да, да, да. Чувак, чё? Все сосиски. Сейчас будут. Все, я тебя ненавижу. Мы на прогулке, наслаждайся. Нет, так я наслаждаюсь, но без сосиски не хочется наслаждаться. Что пишешь? Имение это когда тебя в рот имеют. Ну я не знаю, как у тебя устроено, Дейзи. Может быть, у тебя так устроено. Дейзи маленькую в рот имели. Гул. Папа он, идет. Он мне, одичал, знаете, и хочет. Онлайн на Твиче. Давай, давай. Он одичал и хочет голуби уже сожрать. Я бы уже реально, блядь, вот так взял бы, как чипсы. Так, людей много, но это все еще не сосиски. Сейчас будет, скоро. Ну, сосисок уже больше. Сосисок. Зеля, как ты придумал свой ник? Я украл. Я русифицировал. А что? Ну, интересуется просто часть. Ладно, хоть не спрашивай. Вы полтора часа хуярите по парку, пытаясь найти сосиски. Знаешь, что я увидел? Что? Там девушка... Не, да, девушка кормила на грудного ребенка, а, так у нее... Нет, нет, ты не понял. Запах? Да. Это не сосиски. Не, уже пахнет чем-то. Так вот, говорю, там, короче, девушка кормила грудью ребенка, а у нее, короче, вот тут вот вырез был. То есть, как я понимаю, ну, типа накладка, то есть... Можно спрятать, когда неудобно. Представляете, взяли за 26 лет, впервые увидел женскую сиську. Нет. Орел, наконец. Я увидел. Ну, там места много, зачем ты сюда попал? Ёб твою. Блин. Сука. Не на ход. Да. Вот клад. Скоро же сосиска. На, покури раз. Ну. Я уже немножко прикипел. Ну, у меня так ловко. Да я в кедах, видишь, у меня вообще. Мне вообще отлично. Я тебя могу членом покормить, тебя покорми. Вот именно, поэтому я, может быть, ходить не так удобно, но зато слежу. Вели, когда же путешественница? Да не говори, я вот с места на место в чекпоинты прихожу сохраниться, покурить и дальше двинуть путь. Прямо спрятал сосиску в штаны, и я... Вы озабоченная. Вы бухать будете? Да. Нет. Я не пью. А если тебе 10 тысяч кидают? Нет. Залпом бутылку нет. 30? Нет. 100? Нет. Миллион? Нет. Уже пиздишь. А дайте мне зажигалку, друзья. Все подкурили друг другу, а мне? Ну, короче, 3 градуса и ливень. Вот это я понимаю, по-моему. 3 градуса? Да чё? Че у Скуфы, там хорошо, на диванчике, да, сидите там? Мама сделала пюрешку, картошку, гуляш, лаваш, макароны по-флотски, борщ, суп, лапша, да? Сижу, курю в квартире, беспризорник. Кстати, у тебя один рост с Дашей-путешественницей. У тебя хуй маленький, как у воробья, ёптать. Понял? Я на огороде хуярил вопросы. Поздравляю, нет, ты красавчик. Все люди, которые занимаются спортом... В четверг едем на огород. Это какое число? Не знаю, 20-30. Но мне просто еще курьер не приехал, надо будет мне написать. Конечно, ребята, давайте, пока у нас остановка для курения, после чего мы за сосисками, а дальше куда мы двигаем после сосисок? Спать нахуй. Парк, где-то, в
там, откуда мы начали. Капец, вам-то хорошо гуляете, а я в армии еще, блядь, 34 до дня. Так нормально. 34, так много. Ну да. Ну хотя это дольше всего, наверное, время идет последнее. А прикинь, после армии. Я просто хз, хз, я не служил. А вас никто, наверное, не служил. Не, я служил. Реально? Да, подлодка. Сам ловкий. Был. Под Крымом. Я дрался с акулами. Да и мало кто знает, реально. Я акулу победил. Привет, я Николай. А, я из Николаева. Привет. На рекорды пойдем. На 40 будет 7 точно. Кто победил Мегалодона? Не буду показывать пальцем. Неприлично. Погнали? Че за кепка у Брама? Да. Да не знаю, какого школьника спиздил. Из Таиланда. Ты и пропаганда всего плохо. Таиландский просто. Я не буду тебе фотку давать. Съебись. Плюс реп. Все, пойдем за сосисками. Привал сделали, можно за сосисками. Покажи ногти, чудовище. Что? Долбоеб нахуй тебе, мои ногти, придурок. Сосиски не будет. Брам, нет. Если сосисок не будет, я прямо сейчас еду в Додо Пиццу. Да, я смотрю, все за мои моды начали повторять. Не, пахнет. Пахнет тестом и жареными булочками. Майский клич, блядь, тут. Ой, там еще очередь. Ну ладно. Че, чат, заказывайте пока. Хот-доги. Это пончиковое? Не, хот-доги. Гриль дог, френч дог. Здравствуйте. Ебать, 350 рублей. А чем френч от гриля отличается? Френч закрытый, типа? Вареная кукуруза, выпечка сытая, слойка с сыром, слойка в тесте, сосиска в тесте. Может, пышек еще въебашим? Я пиво возьму, мне похуй. Слышишь? А? Может, пышек еще въебашим? Ну, я, можно и пышек. Это через 15. Че? Перезапуск? Да. Ну как раз я пивасик. На огурцы для додстера. Спасибо, спасибо. А чё, пиво не будешь? Я же на таблетках. И чё? Я тоже. Не, я до 2 числа стрик держу. Стрик? Второго. Там концерт вроде. Mm. Мы с Ваном забились до 2 не пить. Че взять? Почему хочешь людей больше стоит? Не, я просто. Думаете взять? Светлый фильтрованный лагерь. Какой круче? Холстон премиум светлый фильтрованный лагерь. Или Туборг? А подержите, пожалуйста. Мне надо достать этот. Как он называется? Карточку. Говорят, ты ебашь пиво взяли? А я возьму себе баночку, бутылочку. Ну, правильно. Что-то меня вот прям немножко манит. Тем более ребята задонатили. Я думаю, что можно. О, тут мясную пиццу можно заказать. Так слышишь, тут можно мясную пиццу заказать. Ага, спасибо. А мясная пицца есть? А, да, можно мясную пиццу? Сосиску в тесте? На 2 вещи максимум. Давайте слойку с сыром. И пиво
Он их сейчас обанкротит. Полсон премиум. А я пышек въебу все-таки. Ну? Да. Я въебу пышек. Ну, въебу. Значит, пышек. Да. Лина, я хотел посидеть, вы чё? Вы чё всё съели? А я пышек возьму, посидим ещё. Давай, давай, давай. Там у пончика, кстати, вкусный. Ну вон, на пышке. Фу. А нам присесть даже некуда, всё занято. Реально? Там скамейка дальше есть. Забыл. Иди пока за пышечкой посмотри. Ага, спасибо большое. Просто я хочу с пивом. Я хочу с пивом. Можешь пончиков взять еще? Да, чуть-чуть маловато надо еще. А я не вижу. Это что-то. Пицца типа или что это? Это пицца, да. Ну что-то долго ждать, блин. А вот там, смотри, пицца и пончик, пышки вон еще есть сзади. Кстати, да, там вкусненько, меньше очередь. Ты? Значит, здесь вкуснее. Думаешь? А если все так думают и поэтому стоят, а там на самом деле вкуснее. Нужно на пенёк. А вот это вот берёт? Пока пыш-пыш ждём. Меня типа. Да? Дай-ка водички. Синьо, не видите. Чай черный, 6 пучек. 6 пучек. Бери 20. Да, я думаю. 24 тогда. Приятного аппетита, спасибо. Ну что, как тебе мясная? Возьми мне тоже пышечку одну. Тебе немного? А, там минимум 3. 3 пышки. Тебе немного? Не лопнешь? Я в зал хожу. Базар надо. Жук вонючка. Это про себя. Говорил, типа не ешь, типа сидим, по итогу стоит уже точно. Чего? Зелли говорил, не ешь, типа сидим, а сам стоит точно уже. Я жду, пока освободишься мясо. Ты умыем? В зал ходишь, потому что там батончики вкусные. Угорнул? И девочки красивые. Сейчас его с бутылки пива размажет, он опять беситься будет. Так это наоборот контент на том стриме. Точняк. Сейчас у нас малыш пончиков возьмет. Вкусно. Это лучше, чем ходу хочешь? Не, не хочу. А я бы тебя не дал бы. Ты меня оскорбляешь в стрим. Вонючка. Он на вас показал. Это моя любимая публика. Я каждого, кто смотрит, люблю. Пробей ему в пресс. Думаете, надо? Ублюдок, забаньте его. Не только про любовь высказался. Брама злой, потому что трезвый. Может быть и так. Я об этом говорил еще на Вайзе. На Нуме точнее. Реально хочет пышек. Опа, стоп, стоп, стоп. Пойдем. Заваливайся. Я тут местный. Вот совсем другой вайб, да? Да, там можно поставить.
Ебать. Жри, блядь. На меня камера? Да. Вкусно? Угу. Вот бы сейчас с девочкой погулять бы. Хотите кусать и чат? Только немного. Че вы фукаете? Как будто это уже кто-то ел. В смысле? О, блядь, она течет вся, блядь. Ай. Косяк. Давай я пока перезапущусь. М? Перезапущусь пока. Давай. Да кушай. Ты уже запустился? Нет. Дай слежу. Есть только на ногах. У меня прикольно, жизнь всякая идет. И не то, что дома мы сидим за компьютером на нуме. А, на... мы на нуме сегодня не успеваем, да? А ты сколько сделал? 13. А ты? 13-14. Ой, спасибо. Глянь на эту красоту. Спасибо большое. Посмотри. Дашь держалку, бро? Ага. Ну ты пока запускайся, я тогда как запустишь, я выключу. Я взял 6 пышек. 3, 4, 5, 6, 7. Могу к модераторам обратиться, сделать речь сейчас на Брамчика. Все запустилось. Да? Ты бомбу выходишь? К модераторам. На Брамчика рейд. Да, бля, не люблю сладкое. Я тоже, но вкусно. И в чате напишите, когда вы сделаете. Давай, ладно, попробуем. Это самые охрененные пончики. Хорошие, ребят. Все, он запустился. Давайте, ребята, все переходите. Всем спасибо, что посидели у меня. У него были продолжения стрима, поэтому все к нему. Пока-пока всем. Ай-яй-яй. Добавь бомбовый, хочешь? Вкусный рэп. Набрать рэп. Набрать рэп. Да, бля, не люблю сладкое. Я тоже, но вкусно. И в чате напишите, когда вы сделаете. Давай, ладно, попробуем. Выбери. Это самые охрененные пончики. Хорошие, ребят. Пульс. Все, он запустился. Давайте, ребята, все переходите в Брамчику. Всем спасибо, что посидели у меня. У него были продолжения стрима, поэтому все к нему. Это масляные, блядь. Пока-пока всем. Ай-яй-яй. Здорово, да. 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 Сука, сладкая бомба. О. Это так про мою задницу? Сладкая бомба. Я не могу сказать. Ну, тут я понимаю, спорт пить, блядь. Шикарнитины всякие, блядь. Завтра в зале отрабатывать. Здорово, чем, да. Мы, конечно, в лесу заблудились. Мы сегодня столько шагов ебашим, что похуй вообще реально. Уже гуляем тут 3 часа, не можем выбраться, короче. Такая тема. Блять, а? Опа. Есть момент. Есть пробитие. Я немножко запошмачился, короче. Ну, пизда. Что за пудра такая? Ёбан бодр. Это первый. Ну, немножко, короче, запошмачился. Пошли грязные теперь. Здорово. Бля, она как-то фиксит. Короче. Это плохая палка, я не ту взял. Это сперм? Нет, это пышки, блядь.
посыпка для пышки, блядь. Здорово, здорово. Всем ку. Сейчас будем пытаться выбраться из этого леса. Нет, я остаюсь здесь. Вкусные, ну они сладкие, мне сладкое не особо нравится. Как вид должен быть пышка? Больше мяг? Не знаю, с мясом. А это другой базар. Привет, блин, привет. Раньше очень крутые были булочки «Ромовая баба». Угу. Ну, Зелька, как всегда, бухает. Я не пью уже 10 дней, а он вот пьет, смотрите. Алкаш, потому что зрители сами закинули мне деньги, чтобы я сегодня вот так праздновал. Он взял себе пиццу, сейчас ест слойку и взял себе еще 10 пышек и жрет, блядь. Три. А вам рассказывают, что в зал ходит. Три. Фу, алкаш, да-да, вот я ему то же самое говорю. Со мной девочки зато фотографируются. Ну, тоже верно. Думаешь, это из-за пышек? Это из-за запаха алкоголя. Нам надо будет потом чекать, куда нам ехать. А, я знаю, как мы поедем. Да? Что, сам, наверное, поеду? Там ну, да. Пусть Зелис кушает пончик с майонезом. Заткнись. Ладно. Ну, у меня что-то взрывается в желудке. Ой, блядь, я это нажимаю. Да. О, теперь пончики. Вкусные? Вообще бомба. Ну, давай, десятый уже по счету пончик давай. Ай-яй-яй. Горячая. Кушай, кушай. Вкусно? Охуенно. Это парк трехсотлетия? Нет. Это не парк трехсотлетия. Нихуя там громила. Громила вот сидит. Громила здесь, на базе. Кушает там пышечка. Уилсон Фиск сидит, блядь. Амбал, блядь. Что-то объелся, походу. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song Pimble. Я тоже пиво хочу. Спасибо, бро. Это маф, да? Вот. Вот он сидит. Чуть-чуть, да. Он немножко, да, после бана он изменился, сами понимаете. Я просто 2 месяца пышки хлопал. Пышки и пиво. Че, покушал? Девочка, будь со мной, танцуй со мной. Приятного аппетита. Спасибо за 104 рубля. Блять, я побрился вчера, нахуй. Меня заебала эта хуетень, блядь. Может, все реально этот, блядь, лазером, нахуй, ебло, выйдет, захуерит, блядь. И потом будешь женщиной. Меня заебала эта водоросль, ебаная, блядь. Спасибо за 104 рубля. У меня такой отец, слушай, отрасти. Да не растет нормально, я так вообще ходил бы. Там рейд от меня пришел тебе? Ну да, наверное. Ожоги останутся. Брама красавчик, на трезвом уже 10 дней. Спасибо, стараюсь. Че ты смеешься, блядь? Завидуешь, ёпта, алкашня ебаная. Красавчик на трезвом. Сиди за банкой пива, ёпта, блядь. Пышки хлопают, ёпта. Завидую. А сам сказки в интернете рассказываешь, что в зал ходит, ёпта. Вот настоящее зелье. Банка пива и 10 пышек, блядь. Хули ему еще надо-то, правильно? 10 пышек это 10 блины по 10 килограмм. Прокурил мозги уже все свои, блядь. Брат мой, это твоя не пизди, нет, я не пью. А пошел ты нахер. Че это? Сиди, меня там приму. Ты хочешь уликвидироваться? Ну давай, давай. Будешь? Не, я сейчас сигаретку, наверное. Брама красава, спасибо. Сиси уже не та. Ну смотрите на него, сикает, блядь, мне уже. Сил нет, только жрать. Он уже жрать не может, но впихивает пальцы. Я прям объелся сейчас. Он впихивает. Конечно, ты съел, блядь, пиццу, блядь, хот-дог, нахуй, это. Семгу, блядь, пышки, блядь, пиво, ёхта. Еще бы ты не нажрался, блядь, бегемот, блядь. А теперь по моему завтраку оцени, сколько я зарабатываю. Какой завтрак, блядь? Ты кредитнулся, чтобы пышек пожрать, блядь. Я купил их вчера. Да, тем более. Ну, в кредит живешь, блядь. Ну, главное, жрать тебе бесконечно. Тянем так чипа со стрима, я тебя спину сотку.
Я думаю, мы на метро можем домчать. Сейчас? Не, ну, когда туда. Это майонез в сухом виде на тарелке. Ну, до парка там и потом на метро. Ага. Или на такси. Мне кажется, такси. Ну, конечно, посмотрим. Пускай ребята задонатят, чтобы мы на метро не ехали. А он никогда не делится, он жрет, он покупает себе, чтобы друзья смотрели, жрет как скотина, блядь. Вот, ну вот, пустую тарелку. Мы такое с ребятами. Он любит пожрать, блядь, как бы ему похуй. Посмотрите, на ублюдка вонючего. Я тебе контент делаю. Жрешь пульки, блядь. Слышь, мне нравится, ищи новых актеров. Актер, блядь. Я на камеру только ем. О, слушай, пушка. Калории считает, да, он каждый день пытается больше 10 тысяч сожрать. Одна пушка 700 калорий была, думаете? Да толк, я... Во-первых, я каждый день питаюсь 500 калорий, это максимум, а во-вторых, я хожу в зал. Калории? Да. Угу. Да. Угу. Сегодня разгрузочный день. На сколько, блядь? 20 тысяч калорий ты хочешь? Ну, у меня не 20 тысяч, наверное, на 3 тысячи съел. Ты думаешь, типа, одна калория, один шаг? 3 тысячи съел. Не, я сейчас думаю, я где-то на... И прошли, и мы прошли с вами 120 калорий скинули. На 1500 где-то я сейчас поел, наверное, калорий. Это нормально. Не, вот я трешечку. Я так въёбываюсь, потому что мы сегодня пройдем 1050 шагов, поэтому вообще... Ну чё, погнали? Нет. Чё, мы ещё... Ну мы две сиси, нам дай нам посидеть. Да, дай нам, да, отдышаться. Можно таксу вызвать вообще, говорю? Вертолет, блядь. Ну там честно, ездили тачки. Честно, чтобы меня положили. У него получается съедать больше 10к, да? Он жрет 10 тысяч калорий каждый день. Он просто... Девочка, будь со мной. Едьте на такси, а зеля пускай пешочком, как спортсмен. Спасибо за 104 рубля, спасибо. Баню не забанили, вот он сидит справа. Вот, смотрите. Настоящий. Настоящий, это без фильтров, ёпта. Я вроде там, да. Кинутый. Музон, да, Брам, это лучший, спасибо. А я? Ну ты, блядь. Можешь еще гриль-дог взять? Думаешь? Ну, не, френч-дог, чтобы не заляпаться. Ну, а может и френч и гриль дог тогда уж? Нет, тогда получается люди, которые сегодня пожертвовали мне деньги, я что, трачу только на еду? Нет. Ну, только на себя. На майонез ешь-то. Там разводил, да я друзьям куплю, в итоге все сожрал. Ой, слушай, сам, блядь. Слушай, что-то вообще так подразъебал, хорошо. Обожрался, да? Ну это, видимо, на этот. Смотри. На таблетку фенибута легло все. Скотина, блядь. Таблетки, пиво. А как я понимаю, это не фильтрованное, да, солод? Скорее всего. Ну как? Фу. Да я так тебе определюсь. Но оно противное. Брама, как так одеваться так бестелево? Ну, блядь, это уметь надо, старичок. Вообще, на самом деле, лучше бы вместо вот этого продавали бы яга. Яшка. Яга? Яшка. Мне понравилось. Лиза тогда дала мне глоток попробовать еще на коттедже. Прикинь, в парке вот тети, дяди сидят такие в костюмчиках, чего выпить, и башут ягуар, да? Кстати, я не знаю почему, но раньше это ароматизировали так, типа то, что ягермейстер, ой, ягернаут. Ароматизировали так? Ну, Ароматизировали. Ароматизировали. Привет, Антош. Рада тебя видеть. Спасибо большое, Элис. Спасибо большое за 10 евро. Да, мы едем на такси, и Зеля пешком идет. Ну, а ты думаешь? Спасибо большое, Элис. Спасибо огромное. Знаешь, какой вайп? Вот, спасибо, Элис. На волосы постричься, тяну себе такой отрастить и в кепке ходить, как Кейстонер. Кейстонер уже не уважает в Америке. Я вот так вот так буду сидеть. Чем воняет Зеля? Пышками, ну, да. Пивом, блядь, и сигаретами, ёпта. Вот чем он воняет. Вы просто мне все завидуете. Ну что, ребят, вы готовы идти? Нет, нет. Блядь, сколько вам сидеть-то, ёпта? Обожрались пышками, блядь, сидят нахуй, чухают, блядь. Слушай, я нам столик выбил, просто если мы сейчас уйдем отсюда, его займут. Нам надо идти на выход. Какой выход? Не пойду. Мы не пойдем, мы с белочками тут будем сейчас по дереву. А сколько времени? Посмотри, сколько нам ехать от метро до адреса, который я тебе скинул. Что там, жара? Нет, на самом деле все нормально. Нет, сейчас пиздец, облачка. Пекло. Он просто весит 20 килограмм, я вообще... Не, вчера было пекло, сегодня облака и нормально, более-менее. 27 градусов было с утра. Все. Когда мы вышли, было, да, жара, пиздец. Когда мы заехали, тут вообще дождик был. Да, моросит, ёпта. Чекаешь? Да. Рейд это Злогора. Самый ближайший Крестовский остров, да? Да.
20 тысяч шагов вокруг стола хоть ходи. А я сделаю. Мы сделали, мы 24 тысячи прошли. Эконом 500 рублей. Сколько ехать по времени? 40 минут. 40 минут? Ну это, наверное, с пробками. А сейчас сколько время? Мы на метро быстрее доедем, бро. Посмотри, какая ближайшая станция метро у этого адреса. Только не говори, какая. Далеко от метро. Не, подожди, вот. Не-не-не, хуйня. На метро быстрее бы. Да? Да, подожди. Думаешь? Подожди. Да. Я бы на такси поехал. 500 рублей на троих. Ну да, так. Да 40 минут ехать просто. Да лучше в машине покайфовать, чем... А, ну хотя подожди. Ну да, да, согласен, окей. Лучше в тачке, чем в этом. Базар, базар, базар. Не придется ходить. Да. Они вообще ходить не хотят, ёпта. Да неправда, мы сколько... Алкоголики, блядь. Покажи, сколько шагов. Так это у него, у тебя сколько там? У меня дели на два. Лёня всю ночь гулял, блядь. Дели на два. Что на два, ёпта, не на два, нахуй. На ты можешь сам зайти в здоровье, посмотреть, сколько ты шагов. Дели на 19. Ты сделал 571 тысячу шагов. Да, это... Да, это за день. Это мы сегодня в парке белочек ловил. Моё здоровье, да, ты говоришь? Ну, здоровье, да. Да, блядь, типа, эти очень надо себе купить, с ними поудобнее. Эти пиздеть могут, типа, больше на самом деле, типа, проходишь. А, я даже не зарегистрирован. А там через iCloud, по-моему, можно зайти. Ну чё, вы готовы? Нет. Да ёбин-бобин, блядь. А, 10 тысяч шагов. 10 тысяч? Маловато. Маловато надо. 9 3 шестерки, прикинь, ровно, я всё, я не сдвинусь. Ну, уже сделали десяточку, ну, я думаю, ещё десяточку сделаем, бодро. Бодро сделаем. Вот бы тут из подписчиков на тачке нас подобрал бы. Девочка, будь со мной. Сейчас стендов бы 15 тысяч задепать. И молстрой посмотреть бы. Похуй. Ладно, я ошибся. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song Pimble. Мы купили вам корм для белок, когда на аттракционы. Нам, да, Ксане, нам надо выйти. Мы не знаем, мы заблудились в лесу, короче. Сейчас пойдем уже, ребята, выходить, блядь. Не, подожди. Да ты заебал меня. Наимал меня. Со 40 кучек сидит, пузо свое чешет, блядь. А потом удивляется, почему его Сиси зовут, блядь. Что? С 2003-го выносишь его, показываешь, что ли? Придурок, блядь. Покажи на... марку. Что а марку? Что за марка? Про. Про? Типа Counter-Strike, блядь, или что? Такие вещи нас подбивают, что топ, конечно. Ходи. Погнали, ёпт. Я же сказал, сосиски будут. Я сказал, сосиски будут. Сосиски были, ёпта. Какие вопросы? Я говорю, он просто сказки рассказывает, что там, типа, в зал ходит, занимается. Он приходит, делает фотки, идет теремок это жрать. Это плюс рэп? А потом, блядь, это, пышки жрет. Что, 40 пышек сожрал? Плюс рэп. Дарк, большое спасибо тебе за донат. Давайте пиздуйте уже. Пиздуйте. Спасибо, Ландер, за 111 рублей. Пиздуем, пиздуем. Ландер. Бля, у меня ноги отказывают. Поехали домой? Да, куда? Чё, туда? Давайте туда пойдем. Так, нам надо выйти из парка, мы заблудились немного, хуй знает, куда идти. Но сейчас будем решать вопрос по мере поступления. Минус реп зелен. Вот так и. Уёбки. Он я хуй буду мусор выкидывать. Он уже настолько много жрёт, что у него жир в мозги заплывает, он даже сформулировать речь свою нормально не может. Да и хорошо живу, да и хорошо, да и завидую, что? Мой живот это показатель моего кошелька. Он скоро как гусеница будет ползать просто. Посмотри, мы миллионеры. Блять, ползать уже по земле будет нахуй. Улитка ебучая-то. Вонючка. Да уж. Я не хочу идти. Так, ну мы в лесу, ребят. Блять, нам я просто по карте посмотрел, нам еще пиздовать и пиздовать. Я специально давай, не смотрю. Минут 15 еще, блядь. Идти, да? Угу. Засекай. Там тоже бы кто-то в лесу. Вот я как-то ходил. С друзьями вышли на прогулку. И тоже место было прямо вот такой вот темы. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song Pimble. Не давайте больше еды зелье, а то превратится в свою аватарку. Мы постараемся, но ничего обещать не могу, его не остановить. Он когда еду же видит, он просто ну, в безумца превращается. Он вертит этот шаверму, может полностью сожрать, ему вообще похуй. И потом этот бульон еще масло выпьет, блядь. Он больной реально, ему лечиться надо. Ты ебаная женщина. Ну, же еще. Тебя ебали в палец.
Ты ходячая проститутка. Вон идет Гаврик, 1.30 м, что-то мне пиздит там. Хочешь поговорить? Поговори с моими кедами, сын. А ты с моими яйцами. Да, блядь, что там разговаривать, там все плохо. Тебе их ампутировать уже надо, они опухли уже, блядь. F. Ну охуенный F. Весь парк прошли вообще. Пойдем дальше пройдем. Нет. Что значит деремся? А ты в 1080 хуярил, слышь? Чего? Ты в 1080 хуярил? Нет, 120. Стрим. Блять, два часа ходили по всему парку, и все было нормально. Я запустил, все сломалось, блять. Странно, что я еще дошку уеб. Алло, алло. Охуенно было. Понравился стримчик, ребят? Мой? Нет, сейчас перезапустил. Два часа ходили, все было заебись. Я запустил, интернет не работает. Бля, я обожаю эту хуйню. Дождик, походу, начался, слышь? Я только говорю, касательно дождя. Здорово. Здорово. Я поставлю 720, может быть, получше будет. Домой приду сегодня. Это был байк посидеть на скамейке. О, хорошо. Ну так мы точно не выберемся, блядь. Ты, я уже не хочу никуда. Хули так долго стримов не было? Позавчера был? О, ебать, мы чего онлайн делаем. Че, погнали? Сколько там? 500. Да это потому что обновили. Что это, обновили, там, ну, дублируется, когда... Делим на 2, ну, сейчас будет 250. Не, нормально. Братишка, нам просто надо больше выдвигаться на улицу и в люди. Что-то долгий стрим был, согласен, что я вообще это, блядь, перестримил. Я ладно, я разберусь по пути. Ночуйте тут. Ну, сейчас другие эти ходы будем находить. Раз, блядь, там, нахуй, зона отчуждения, блядь. Да погнали по правой, там, где велосипедист, лоб, погнали. Нам туда надо. Куда? Налево? Он, ладно, погнали там, реально, по дороге. Ну, блядь, я боюсь уже ходить, блядь. Пиздец, ну как так, ёбан-бобин, блядь? За что? Почему я, блядь? За что мне это, нахуй? Залезть в дуло, блядь. Ты не бросил? Брама, поцелуй подписчиков. Ну, пока нет такого желания. Сейчас. За 10 тысяч. Ой, блядь. Ой, блядь. О, тут пицца была, оказывается, видишь? Че, хочешь? Лучше пиццу взять. Нас видите, не отпускает лес. Глушит, блядь. Хотя, на самом деле, мне пицца больше понравилась, чем хот-дог. Я просто знаю, как хот-дог, типа на вкус. Вот это хорошая пицца была в конверсике. Спасибо всем за подписки. Подписки. Надеюсь, 702... О, белочка. Вон там прыгает. А, я думал, это голубь. Вон, вон. Это голубь, а это белочка вон там. Там маленькая прыгает. Блин, круто то, что белки вместе с природой. Вот еще и вместе с нами. А тут реально очень много, я смотрю, то, что у них домик. Это же не для птиц сделано. Птицы вряд ли яблоки клеят. Бля, очень красиво. У вас уже белочка от пива. Я не пью. Особенно глянь, как дерево осыпается, знаешь, как сакура. Оно осыпалось. Давайте освечусь. Тёлка сосет красиво. Батя, я сияю, нахуй. Уже нет. О, оставь, блядь, фильтры себе, блогер. Да похуй. Бьюти-блогеры. Впадло, нахуй. Фильтры, блядь. Фильтры, блядь. Блядь. Питер? Нет, мы в Сочи. Гуляем, блядь. Анапа. Вообще-то мы в лагере Зернышко. Надеюсь, мы сейчас в этот лес зайдем, и интернет не упадет нам. Мы также с ребятами, когда летом гуляли по лесам, надеялись на это. И чтобы батарейка не села ночью. Ты смотри, короче, мы без 10:06 должны выплюнуться. А я тебе таймер? Ну, у меня телефон, блядь, я стримлю. У меня просто телефон в кармане. Не достать, да? Рюкзака. Тяжеловато, согласен. Ленечка, если что, с нами. Рубашка, вот такой у меня сегодня прикидок, блядь. Спиздил бомжа. Рубашку такую зацепил. Подожди, без 10:06 нам отсюда уже надо выйти? Нам надо без 10:07. Ага. Без 10:07. Уже 6? Уже 100? Ну, часик 20 где-то, да. Надеюсь, за час 20 мы выберемся из леса, блядь.
у нас это получится. Брама, дебил. Он бутылку пива понюхал, малолетка. Дурак, Антон Брама. Пробочку понюхал, Антон, все, блядь. Антон Брама, женщина. Все, его, блядь. У него фиксация какая-то на том, что я женщина. Соси. Возможно, он в меня влюблен яйца, просто, блядь. Он мне весь шлюха. День говорит о том, что полизать его яйца, что я женщина. Сидел, он просто больной, нахуй. Он мне влюблен, возможно, у него что-то с ориентацией, я не вонючка знаю. Вонючка ебучая. Ты натурал вообще? На колени садись. Ты натурал? Садись на колени. Ты натурал? Садись на колени. Ну, вы сами все поняли, ответа садись не было. Садись на колени. Это только одна банка пива. Это только одна ответа банка не последовало, пива. Блядь. Тебе пипец, понял? Бля, как хочется кому-то надрочить в ухо. Ну, вы видите, больной, блядь. 15 тысяч. Пиво было лишним, больше не наливаем. Да я говорю, у него с головой проблемы. Блядь, у меня только сейчас тестостерон просыпается. Погнали кого-нибудь проститутку. Пиво, наоборот, понижает тестостерон. А, да? Ебать, мне не хочется ебаться вообще. Девчонки, подходите ко мне побольше фотографироваться, мне очень нравится с вами. Блин, одна бутылка пива, ребята. Да, нет, кстати, реально. Пива. Да, блядь, это, сука, на финик легло, блядь, у меня настроение X400 тысяч лучше. Это будто ты солягу въебал. Но я ее не пробовал. GTA 5 RP. GTA 5 RP. Ты что, не пробовал солягу в GTA 5 RP? Нет. А спанк? Нет. А наркотики? Нет. А, белка леволосатая, ебать, я не прикид. Нихуя себе, здорово, малая нахуй. Ней. Грузите я на орех. Он орех ест? И там белка, блядь. И третья белка. Интересно, не забыл. Лови белку. На самом деле белка-то не забыл. Да, да, я не знаю, как вы видите белку? Он ёбнутый? Зей. Извини. Блядь, я еду отобрал. Зель, там никого нет. Зель, там нет белки. Ой, чёрт, смотри. Вон, за деревом белка, вот дай ей орех. Вон, смотри, бегают две. Там? Пошли. Зеля, тут нет белок, они держи. Тут не... Держи! Ты что-то сбил, блядь, белку. Прикинь, она сейчас тебе на ебло прыгнет просто. Все, уходим. Он еще сидит. О, бро, на тебе паук. Иди нахуй. Спайдермен. А у вас не было такая хуйня в детстве, типа вы хотели, чтобы вас паук укусил, вот этот, который ползает у тебя в туалете, и ты станешь спайдерменом? У меня пацаны вообще точно кайфовали, они в садик приходили и говорили, бля, давайте сейчас сделаем так, чтобы нас пауки покусали. Точно садик был вообще? Да, да, да. На притон водили куда-нибудь? Ну вон, тебя сейчас жизнь напишут. Зря тебе пончиков не хватило. Не, я уже наелся пончиков. Вот сейчас именно такая, знаешь, прогулка, бам-бам. Блядь, у меня еще утяжелитель килограмм 12. 12, да? Ну. Ну реально, это выглядит как 12 килограмм. Так я же про что и говорю, я уже устал, у меня плечи подзабились. Да, там выход. Выход? Победа! Да. Мы, кстати, как будто оттуда начинали. Думаешь? Да. Нет? Это нет. Другой выход? Наверное, да. Тогда этот парк слишком здоровый. Потому что мы 2 часа шли, половину не прошли. Ну, возможно, да, другой. Нам придется еще пиздовать и пиздовать. А мы отсюда не можем выйти и... Можем. Ну? Ну. Как, бля, ощущение жалко. После банки пива? Мне хуёво. Вот, видите, алкоголизм что доводит. Я еще хочу. В этом и суть. Просто... Так это и работает, блядь. Просто от одной я чувствую, что через минут 30 я сейчас нахуй уебусь. Бутылка пива не прощает. Да, надо... После одной нужна 2-3, потом водка, блядь. Не, водка нет. И Гермейстер. И Гермейстер тоже нет. Лучший вообще напиток, это 6 бутылок пива, потом Джаггернаут идет. Угу. То есть Джаггернаут слишком крепкий, можно пивом запивать. Ребят, ребят. Я захотел писать. Ну иди. Ты тюльпаны насышь? Нет. На, подержи, я пойду пописываю. Пойдем. Проведите. А я буду за вами идти вот так. Он меня куда-то дядя уводит. А это точно короткая дорога? Да-да-да. Тоже поссать решили, походу. Тут очередь, мужики, уже. Спиздить цветы будут, походу. А бабкам нравится.
пойдем. А что у тебя на губе зель? Это от муравья. Это от медведя. Что, за ним подглядывает? Ай-яй-яй. Как некультурно. Слышь, Брама? Да. Скажи за по-любому. Заходишь туда, и тебя комары вот это облетают, начинают окружать и кусать. А ты довольный? Нет. Так нет, я еще зашел так, я боюсь ногой двинуть, а там крапива везде. И комары еще ебучие летят, а мне надо отбиваться, я вот так вот маневрировал. Да. Прям он реально за бутылки пива нажрался, понимаете? Без шуток, без иронии. Он напился за бутылки пива, посмотрите на него. Ты ебанутый? Он пьяный. Я тебе сейчас жопу посажу сюда на забор. Бутылка пива, блядь. Бутылка пива, бутылка пива. Я ему даже отчасти завидую, знаете. У меня пиво просто. Мне настроение вообще разъебчик. Для меня пиво это уже, блядь, просто не знаю. Мы не пьем пиво больше. Вода. Я вообще больше. По винишку. Я больше вообще не пью. Я бы яшки въебал сейчас. Не, мы Манчестер. А завтра спортзальчик. И все. Только Манчестер. Джин-тоник, блядь. Я хочу стать амбассадором. Джин? Так он маленький, до того полбутылки достаточно. Весовая. Давай, не пизди, там кто это говорит. Если что, Брама 3 метра роста, я 2,5. Ой, там еще худоги. А что они там. Блять, почему эти сосисочные везде, а ты нам, блядь. Так я ж привел вас, художник. Ну вот и они тут стояли, блядь, каждая на шагу. Каждая на шагу? Да. Он все, он в зверя превращается, реально. Можете на дерево, к белочку нахуй. Не закинул. Он обезумел, блядь, уже вообще совсем. Ой, там дорога какая-то прям ебаная. А, нет. Он совсем ёбнулся уже, блядь. Я хочу селёдку под шубой. Ты нахуй. Ну, баб, свет, свет. Ой, ебать, а что за светы такие, смотри? Ну, подожди, останови. Дай. А зачем? Мне нравится, пусть так будет. Дай. Что ты смотришь? Придурок, блядь. Фоткается. Он совсем уже, ну, ёбнулся, реально, блядь. Только я не знаю, а куда мы вообще будем-то, ёбаный блядь? Посмотрите. А, подожди. Это парк все еще, да? Мы не выйдем, типа? Это да, нет? Нам туда. А почему? Можем... Там, видимо, не выходим. Все, ребят, мы и заблудились все-таки. Нам не туда. Вон, смотри на карте, посмотри, где мы, видишь? Блин, мужики, как будто надо еще по френч-догу. Бля, как в него влезает столько, ёбин-бобин, бля. А денежек на френч-доге нет, я его пиццу уебал. О, да, чувак, нам как не вышли почти. Вы здесь. Вот, нам вот туда. Вот нам сейчас по... Знаешь, мы вот так все обошли, если что. Да, мы полностью обошли парк. Ну, мы по центру только пошли. Но нам, короче, вот так вот идти, и вот тут выход. Все, погнали нам где? Туда. Вот выход. Где? Вот, бля. Пьянь, бля, ебать. А мы вот, это не выход? Мы здесь. А нам надо вот сюда. Так это тоже выход. Нам надо сюда. А это тоже выход. Ой, придурок. Иди там, значит, бля. Оборвание, сейчас я штаны сниму. Объяснять тебе что-то, блядь, дураку ебаному. Что ты мне погладил по спине? Пока. Дай сигарет. Попрошай. Отдай. Что ты мне открываешь? А я думал, ты взял, дай сигарету. Блядь. Когда РЛ? Прямо сейчас. Наслаждайтесь. Вот. Нравится, блядь? Пранк с бутылкой пива. Я люблю сирень. РЛ прикол, не мой, заблудились в лесу. Я люблю сирень. А бутылку пива мы ему кинули 3 таблетки Димитрола. А, и меня сейчас ебашат люто, и я не могу остановиться. Блядь, не, надо еще... Чё ты маленького гробишь? Да он сам себя гробит пушками, блядь. Надо бутылка пива. Ты же, блядь, заставлял его ведро пушек жрать, нахуй. Думал, жопа твоя. РЛ когда? Прямо сейчас вот идет. Это не РЛ, это издевательство. Они меня гнобят за пушки. Бля, вот в этом доме хочу жить, вот слева, да. На последнем этаже, где окна еще по 3 метра. Покупаем? Да. Велики взяли. Сколько нет, мы. Рублей 170? Вот прикинь, кто-то просыпается, не убивает. Блять, коттеджики, знаешь, такие, бля. Да. Ну это прям какой-то президентский. Ой-ой-ой, там еще такие речи. Ой-ой-ой. Там еще, как я понимал, у каждого свой дворик, да, лужайка на заднем. Когда РЛ, прямо сейчас вот наслаждайтесь. Выплыть, блядь, на своей лодке. Я мультики смотреть, пока-пока. Давай по Финскому заливу. Когда мультики? Не знаю, на нум подписывайтесь, на нуме смотрим. Кино, мультики там всякую фигню. Что это на монумент? Что? Монумент. Ну, монумент. Ой, бля, он уже нахуй разговаривать не может. Монумент какой-то, блядь. Давай посмотрим. Историческое место это событие. Не знаешь, пачкать стены. Не подходи, ты грязный. Бережно относиться к зданию, музыкальный павильон, не пачкать стены, не кататься на роликах. Все, нам туда нельзя, значит. Стой, фотка меня. Давай. С табличкой. Не, типа это то, что мое все. Фотка. Мразь. Давай фотку. Почему? Я фоткаю тебя. Вонючка, ебанка. Сними меня.
Это сделайте, как с Википедии, что это, короче, лего-конструктор. Типа он стоит рядом. Сфоткал. Покорми меня, речка. Блин, эти домики, какие красивые дома здесь. Ну тут богатые живут, нам как бы не по чину тут находиться вообще, блин. Вот я хочу в этом дворце, блядь, в который сделал. А мне вот эти нравятся, серые дома. Наиболее артхаусные такие. Балдёж. Здесь дворец тоже не хуёвый. Пошли пить пиво. Не, я бросил, не пью. Только там богачи, походу. Скоро две недели моей трезвости. Куда путь держите? Пытаемся выбраться из этого леса. Лес ошибок не прощает. Мы просто видим, да, цивилизацию, но нам не перейти, потому что тут как бы река. Ты знаешь три правила леса? А что за тип кудрявый? Это Леня Пудж. Никому не доверять. А ты знаешь, да? Да, но это Санина вроде. Зелье бредит, да, у него помутнение рассудка от пива. Заткнитесь, ублюдки, в интернете смеетесь над человеком больным, которому и так больно. Конечно, у тебя пузо растягивается, там уже не влезает, ты еще френч-дог запихиваешь. Ты уже даже не жуешь, просто проглатываешь, блядь. Так а как надо? Ну вот, видите, блядь. Пуш, Разор и Рикимару. Я Разор, ты Рикимару, я так понимаю. Нет, там курьер у нас сегодня. Я хочу быть Фантом Лансером. 6 лотов все заняты. Ты не Кропа, скорее всего. Вот этот, который ходит так? Он? Невермор? Нет, не Сэр. Дед так, такой, да, с косой. А-а-а. Я тоже лицо такое, просто вынудил у него борода. О, кстати, мы там были, все, я знаю это место. Да? Да. Молодец. Как он называется? Что за скуф в черной майке? Это зелье? Не узнали, он просто ведро пушек сожрал, может его немножко раздуло. Ой, его кормят. А можно так же подпрыгнуть и бежать? На лампу кинуться. Давай, чтобы тебя к пузняку выложили. Типа ты кошечка. Солевой на в крестах. Че ты такой недовольный-то, ёж? А вспомни себя 30 минут назад. Я стримил, ты тоже так шел и на всех пиздел. Че, я наоборот был весельчаком вообще жестким, блядь. Блять, знаешь, что я понял теперь, почему нужны трусы носить? Ну? Потому что ты когда ходишь, у тебя лепи... Ляшки трус? Да. А у худых не трус? Зелье, походу, белочка яйца покусала. Подумал, трус, что это орешки. Подумал, что это орешки, и покусала ему яички. Ну, я раньше ходил, потому что нормально. У Зели теперь одно яичко, потому что одна спиздила от белочки. А сейчас понял, потому что все потеет, оно еле мокрое такое. На всю зиму одно орешек. Одну орешек, я заражаюсь. Одну орешек. Ну это вот с ним попьешь. Я тупею. Это все из-за пышек, братан. Ты по его диете идешь и тупеешь тоже вместе с ним, блин. Очень весело. Как в такого маленького столько булок влезает? Не знаю. Это вопрос. А, да, может там были точно. Они вместо бензина вот этого, они пачки просто. Однушка в центре стоит снимать, я не ебу. Дорого, блядь. Дорого, блядь. 35 тысяч, блядь. Блин, нос чешется. Блять, штатив этот, блять, еще нахуй. Давайте. Все, он ебнулся. Ему бутылку водки, блять, и все. Выходила, песню заводила. Ать. Про того, чьи письма берегла. Сколько будет ведро из 10 кг пышек? Что сколько будет, блядь? Вон, у тебя такие же зрители. Это твои с рейдом пришли, гады. Знает слова, но не понимает, как их связать. Так, ну мы уже увидим выход, в принципе. Полная дислексия. Понимаем, куда идти. Сейчас пойдем в сторону аттракционов, блядь. Посмотрим, что там. Нет, я без пива никуда не пойду. Ну, сиди тут, ёс. Я сяду. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Уж что, через что собрался? Я через что собрался? Через Аганим. И через МОМ. У меня МОМ дом лежит, просто жарко надо ходить сейчас. Блять. Блять, когда звук такой слышишь? Скейтеры катаются, короче. Гоняют, блять, на своих роликах, блять. Блять, не, все, в следующий раз надо трусы реально брать. Что-то вот мне понатерло, мне теперь побаливает. Яички? А тебя точно белочка не кусала? Может, я алкоголик куснул, блядь? Может, тебя это... Или здоровый кто-то, блядь? Бешенство какое-то.
Вот, белочки. Твоя жопа бешеная, когда без тебя находится. В пьяном угаре. Алкоголизм — это в прошлом. Я за ЗОЖ теперь. Ты-то за ЗОЖ, а вот твой ребенок сопьется. Я не планирую делать детей. Потому что ты бесплодный. Не проверялся, не знаю. Даже у Вазелинк может заделать детей. Там кентавры получится. Не надо нахуй. Там родится Герман Ягод. Тварь, вылазит. Тварь. Ну дохся, блядь. Блядь, комар. Тебя скелет поцеловал. Скотина пьяная. Просто как хорошо, что я за трезвость теперь. Мы на крестах просто теперь. Сейчас пойдем ужалимся в падике. Пах только. О, слышишь, горнолыжник теперь здесь. Бля, ебать, он же круг сделал, слышишь? На стриме у зелья уже. Он все идет и идет. Мы на метро, он нагнал нас. Пара-пара-пара. Так вот, парк, тут, короче, речка какая-то, вот, деревья, березки тут. Это не речка. А что это? Это лужа. Ох, бля. Может, ты бросишь пить, шабить там? Нет. Вот это? Нет? Острые полетели на этом. На ком? На ракете? Да. Бля, нет, стрёмно нахуй. Это нахуй стрёмно вообще. Дорогие вообще аттракционы? Ну, неприятно. По 500, по 1000. Ну, слушай, на ракете был инцидент в Питере. То, что она вот так лопнула? Да, я не знаю, по полям увидели. Не, ну в принципе, как бы, да? Ну, ты сядешь, трос по-любому оборвется. Но главное, чтобы не все. Меня пацаны туда повели, я сел в эту ракету, а из-за того, что я был маленьким, у меня, то есть, вот такой промежуток был между креплением и моими плечами. И постоянно, когда я, не, ну, типа, переворачивался, меня постоянно вот так вот кидало со стороны в сторону. Я думал, что я реально вылечу. А вот бустер. Это вообще крутой стример. Хотя я не вижу, чтобы бустер играл. А там сняли его. Все? Ну, там не было этой штуки, там только эта башня стоит, и самой этой штуки крутилки нету. То есть бустер, получается, закончился? Нет, бустер стоял вчера, мы его видели. Там палка стояла, а самой... Палка этой... и вот эта штука. Да? Да. Я когда ходил, там не было. На ней не катаются. На ремонте, видимо. А мы в 5 утра были тут, тут ничего не работало. Может, на ремонте был, хуй его знает. После мокрухи. Да кто кого гнобит, никто никого не гнобит, ёбин буду. Да, они меня гнобят. Смотрите, идет и улыбается, этот гаврик, блядь, маленький, нахуй. Пивом опился, блядь, сидит, блядь. Я хочу к девочкам под юбку прыгнуть. Ну иди прыгай, я подсниму. Ты им 16. Да она не прыгает, жди. О, телескоп. Че, позыришь? Денис. Тут и деревья фотографировать, ебать, у него работа. А я сяду в кабриолет. Двойную работу. Кстати, а вот реально без пиздежа мы от колледжа, когда ехали в Сочи, нас какой-то там, ну, типа, пансионата отвозили, тоже, типа, лагеря или как по-другому лагеря называется. Такие очечки, кепка, значит. Вот, и мы видели чела, тоже стоял с таким телескопом. Рубашка светится, блядь. Говорит, там, типа, вот, ребят, приходите вечером посмотреть на звезды. А он стоит, ёбаный, блядь, а мы подходим, а можно по чем-нибудь посмотреть звезды? Говорит, ну, приходите, типа, чем больше народ позовете, я вас накурю. И вот в итоге мы объебашились и смотрел на Марс. У меня все так, знаешь, играло красками разными. Так хорошо было. Я вообще разъел. В кабриоле. Так, ну мы вернули. Мы круг сделали, реально. Охуеть, на самом деле. Ну, чуть больше 2 часов нас это заняло. Все, чувак, я не хочу больше гулять. Не понравилось? Не, мне просто трусы надо купить, тогда можно погулять. А у тебя трусов нет, да? Нет. Натирает, пиздец, мои булочки. Ты купи семейники. Нет. Почему? Я таких не буду ходить. Так они же не натирают. Только Кельвин Кляйн. Они не натирают. Нет. Так Кельвин Кляйн сопрашки, бля, за 300 рублей. Давай, поехали. Что, давай, поехали. Поехали за Кельвин Кляйн. Семейники купи, они натирать не будут. Где семейники я тебе сейчас возьму? На зоне закажи. На зоне, ёптать. Закажу. Ладно, ребят, посмотрите хотя бы красиво. А вон, красота. Мамма мия. Птички летят. Кораблики катаются. Белые коровы. Ну, песня, ну мед, блин, мед, ну. Я там сижу в лахте. Блядь, кто, босс, нахуй, или что? Предприниматель какой-то, блин? Как красиво прыгает, да? Не, спасибо. А что? Ну, неохота, что-то. Разрилов за бабло? Ну, нет желания прыгать, типа. Конечно, зрилов не уважаешь, не любишь своих. Ну, нет, ты хочешь прыгнуть? Я бы прыгнул, если бы десятку дали. А, ты за деньги, то есть?
Ну, конечно. Ну, понятно. Ты правильно вот за десятку прыгал? Ну, не, отсюда нет. Тут я боюсь. Я вообще боюсь, когда, знаешь, я не знаю, есть ли под водой какое-то пространство. Ну, именно, один штырь такой. Потом, может, да, бывает такая тема. Так вот, Макс Пакс на день рождения 3 раза вроде бы тоже воду какую-то окунался. А там вот так вот штырь торчит. Да, в пруд, помнишь? Да, так мы тоже купались. Нормально было. Фух, мы выбрали. Сколько времени? Сейчас я скажу. Сейчас часовщик застанет. Стоит ли настенный, знаешь, так? Или по солнцу определить? 17:53. Ну, у нас еще минут 40 есть, 50. Ой, я вижу бургеры. Блять, хватит тебе жрать, ты взорвешься скоро, ёпта. Стрит Буффало. Кстати, хорошее название нового слота. Вот у него казино, блядь, да, покурить и пожрать, нахуй. Ему больше ничего не надо, блядь. И бутылку Балтики тройки, я блядь. Я хочу выпить бюрштакс. А, это такой нерегулированный шкодник. Бывает не рекомендую. Когда я сяду... Делта это типа наподобие отсюда? Да. Нам направо. Нам. Вообще не здесь. Вышли. Ать? Не повезло вам, ребят, сейчас мы пройдем. Мальчик мой. А знаешь, что далеко. Бу-бу-бу-бушизм. Где-то на лугу там пасутся кошки. Шайни, здорово. О, Шайни мой братишка. Мы здорово. Сейчас пойдем вот туда. Вот туда, в парк другой, там где аттракцион. Гуляем, прогуливаемся, нарабатываем шаги, занимаемся здоровьем своим. Спорт. Дышим свежим воздухом, спорт, да, фитнес, так сказать. Я бы лучше подышал бы целебными травами. Блядь, тебе бы я в дейзик через эту, через штору, блядь, просто захуяли нахуй. Не, пробовал, не въебывает. Не въебывает? Попробовал, значит. Кататься будем? А с телефоном не пропустят, они дорогие. И они дорогие, ёпта, без денег, блядь. Бесплатно не катают, к сожалению, блядь. Но не к счастью, я ненавижу аттракционы, ебаные. Машинки, бибики, ну тут богатые. Тут одни джепы. Чё, где мы пойдём? Вот там? Там зайдём, да, наверное? Да. Далеко. Да, Зеля, короче, у нас были деньги, но он нас заставил отдать ему деньги, ну, и сожрал на пышке, блядь. Ну, он обманывает. На все наши деньги сожрал 2 хот-дога, пиццу, потом самсу, да. И килограмм пышек. Вот это слева, да? Знаешь, денежек у нас теперь нет. А вот это слева. К сожалению. Далеко. Ну, видите, ему просто плевать на своих друзей. И он как бы все проел. Все себе в пузо, блядь. Да заткнись. Зачем толстяков? Я не булю никого. Просто рассказываю, ну, ситуацию, которая произошла. Так легко. Бу-бу-бу-бушизм. Бу-бу-бу-бушизм. Ай-ай-ай. Я зыргу. Ай-цвай-драйк-шик-тусик-тусик. Бля, у тебя тоже ебаная палка, на самом деле. Да. У Вовы охуенная. Да, надо будет купить такую же. О, прямо ты берешь в руки, она не дергает. Лево-право не лозит. Не, ну вот так тоже нормально, если она вставляет. Но я вот так пальцем, да, придержу указательно. Бля, у меня сидит тоже тачка охуенная вот слева. Блин, смотрите, ребят, машина, тачка. Тачка бибика такая, врум, 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 бам-бам, 666, ау-у-у, ау-у-у. Машина, бибика, блядь, ребята, пиздец, тачка, блядь, гонка, блядь. Да. Вот я говорю, я тачками вообще не увлекаюсь, потому что у меня нет прав. Но когда вот такие видишь, ты такой, блядь, ну да. Хотелось бы такое ездить. Это вот кем надо родиться или кого ебать для того, чтобы ездить на таких тачках? Кем стать? Да, блядь, стать-то похуй, самое главное, где наебать правильно. Это главное. Вот,
посмотрел, блин, тоже нравится. Че с онлайном? Пропил. Зовка, ку. Далеко. Далеко. Блять. И вот это, ебать, это все Тиффани? Да. Охуеть. Машина. Бля, я не могу на дорогу смотреть. А вот у автобуса тоже цвет Тиффани? Да. Кстати, да. И все ФНТ. А автобус стоит, знаешь, сколько, блядь? Хуя. Очень много, блядь. Потому что что? На автобусе. Хочешь уйти со спины? Нет, не хочу. О, самокаты. Бля, ну я забыл крепление взять, чтобы гонять на них. А как так-то, Антоша? Ну, из головы вылетел, ебаный бог, блядь. Куда идете? Вот туда мы идем. О, а ты в серии не хочешь пострелять? Денег нет. За бесплатно. О, белка опять. Ну, если нарулишь, погнали. Мы попросим, чтобы нам зарядили вот эти штуки. Ты на этого, на кассира поставишь ствол. А ты возьмешь другой тебе? А я возьму, да. И заряжу тебя бесплатно. Кстати, нет, сколько там сил? Там и пневматика, и шарики. Шары, кстати, я обычно... Наркоши, ёпта. Да чё, угомонись, никогда не пропагандировал курить. Здорово. О, кстати, там где Вова? Бабы. Не знаю. Да, вы, у него спроси. Здорово, вон он слева. Помнишь, будь здоровый? А, да. Так, да. Далеко. Далеко. Бля, да мы в пинбол играли, у меня до сих пор синяки на ногах, на жопе, блядь. Мне там ебать засандалили, блядь, пиздец. Где Мафа? Не знаю, у него спроси. Брама, а где каша? А не знаю, у него спроси. Брама, где кашин? А не знаю, у него спроси. А Коля ли да? Так у него спроси. Блядь. Слышь, Брама? А. А где Мамура? А не знаю, у него спроси. Блин. Фанаты, ёпта. На самом деле, Алблак это я. Нет, они сказали, что за чмо ебал бы ему разбить. Нет, сказали 52. Или на тебя посмотреть, ты имеешь в виду? Нет, на меня даже они боятся посмотреть. Маран Бат, не знаю, у нее спроси. Ух, кстати, я видел, она недавно стрим запустила, спустя 2 месяца. И что там? Ну, она такая сосочка. Она, знала, да. Она, знаешь, стала такая более не строго радикально какой-то, а она такая более мимишная, знаешь, такая... Ой, я глупышка. Ну, она такая работает, знаешь, на... Бать, она включается. Мальчика, да. На вот этот вайн. Круто, блядь. Куда мы идем? Сидеть на скамейке, курить сигарету. Да. Я бы прямо на скамеечке посидел, да. Спал. Укачивает, да. Ребят. Такой стримчик теперь будет, короче. Американские горки, блядь, так называемые. И под ней там бежат, наверное. Перестань. Смотри. Ну там им не особо прикольно на этой штуке. Не хочу знать, сегодня страшно пиздец. Блин, я упали, приземлились. Блядь. Ходить тяжело, да, ребят? 17 килограмм все скинул. 17? 17. Повезло. А ты сколько набрал? 30, блядь. Он завтра проснется, встать не сможет просто. Тут еще уебанное расположение камеры, понял? Типа она должна внутрь смотреть вот этого штука, а она смотрит не на внутрь. Ну, вроде нормально. Почти спина горячая. Не есть что хотел. Урод, бля. Ой, что-то бы тоже подъебался. Хованский? Нет. А каком бы? 18 тысяч. Показывай свои женские туфельки, блядь. Покажи свои дедовские тапки. Сейчас покажу, блядь. Поставлю нормально, блядь. Вроде, ну, во. Дай покурим сигарету. Фродо. Наконец-то можно сидеть. А воды у нас не осталось, да? У Люни все волосы мокрые. Как будто после душа. Нет, так тебе, Люни, вообще заебись. Чем больше хочешь, тем больше. А я не хочу, я буду пышки хуярить. А я не хочу. Я приехал пиво пить и пышки ебашить. О, это другое дело. Далеко. Бу-бу-бу, шизм. Тут, как я понимаю, белок нет, да? Вроде так, понимаешь. Эй, голый, брат.
Может, кроссовку кинуть? Брама, давай вот подумаем, что бы мы могли сделать ребятам, какой стрим провести, который бы понравился и им, и нам. Они донатят много денег, а мы бухаем. Это не понятно. Сейчас бабок нету. Да. Бабки будут, есть идеи. Кроме КМБ. Кроме вот КМБ. Что-то в виде РЛ. Кроме КМБ есть идеи. Я просто думаю, ребят, я вот знаете, что хочу сделать? Я хочу купить посылку на Даркнете GTA 5 RP и пойти вместе с ребятами в лес по координатам и раскрыть эту посылку, посмотреть, что там. Вам было бы такое интересно или нет? А просто... я уже заведу из отдела. Просто мне кажется, было бы интересно посмотреть. Вот прикинь, мы выходим из леса вчетвером, с портфельчиками, и нас останавливают полицейские, а у нас идет прямая трансляция. Да. Ебать, они там... Да типа они будут пытаться нас, ну, выявить, типа мы наркоманы, а мы на самом деле блок снимаем. Эти тоже вон пиздец. Ай, пацаны, прям над нами летят. Вот эта ракета вот эта ебаная. Я с ней чуть не слетел. Но бустер намного страшнее. Нет, самое страшное это бустер и катапульта. Ну, на бустер мне, кстати, страшно было. Мы так долго стали в очереди, что мне вообще похуй. Но... Я уже заебался, мы еще пивом тогда пились, блядь. Самое главное, типа, какое крепление на этих аттракционах. Если ты в него влазишь, заебись, если оно у тебя не лозит, то на самом деле, то вообще ты кайф получаешь. А когда у тебя, понятное дело, там у тебя вот такое вот... Ой, девочки, блядь. Когда мафу разбанят, 1000 рублей скинь, расскажу. В жопу хочется кого-то отыметь. 15 тысяч? Тебя? 15 тысяч? Нет, 25, мне за хату заплатить надо, 25. Денег нету, ну тогда не судьба, видимо, видишь. Как в жизни бывает, блин. Когда алкострим, никогда я больше не пью, бросил пить. Зеля, покажи личико, я тебя люблю, зайка. Привет, малышка. Это мальчик пишет? Да. Привет ему огромное. Малышу. Трепать на кислоте. Бросил на 2 недели. Нет. На 3. Не-не, кто спрашивает, ну, отвечу только за 1000 рублей. Про мафа? Разбан мафа, да, отвечу только за 1000 рублей. Я знаю, кстати, когда его разбанят, отвечу за 500. За 1000 рублей отвечу, у меня инсайдерская информация. Опа, погранцы. Смотри, сними. О, это наша. Брось курить не знаю. Сначала с алкоголем разберусь, потом к сигаретам. А за что забанили мафу? За 500 рублей скажу. На самом деле это даже скучно. А? Граница на измене. Даже не понял, что мне написано. Попал? Да. Попал. Уже совсем 2 недели, да. Чуть-чуть осталось. Здравствуй. Мы не с пустыми руками. Так. Раз. Есть. И вот орешки для девочек. Да. Орешки. Для него? Давай иди, покушаем. Спасибо большое. Классный мерч. А подвеска откуда, блядь? Даже у нас такой нету. Ёбин-бобин, блядь. Давай обмен. Что? Опа. Подвесочку. Нет. Блин. Не отдам. А у тебя Марселин? Да. Закинешь себе орешки? Спасибо большое. Он их сожрет сейчас, блядь. Нам бы фоточку? Да, конечно, да. Без проблем. И семечки. Орешки, семечки. Ай-яй. За пивом. Ребята. Девочка, будь со мной, танцуй со мной. Просто 100 рублей без ничего. Спасибо большое за 100 рублей. Без ничего. Вот так, вот так. Подходите, ребята, если про это подходите, приносите это.
Адреналин и орешки. Подношения, блядь. Орешки там, семечки, сигареты, блядь, воду, энергетик. Вот хотелось пить, да, теперь у нас есть энергетик. На самом деле сейчас полторашки в твой источник. Девчонки умницы, если на самом деле вы видите записи этой трансляции, вы очень хорошенькие, потому что я заебался пить пиво, а хочу попить энергетик. Я открыл его уже, что ты делаешь? А с тобой девочки даже не обнялись. Он больной, реально, он хочет малолеток, но реально. Ты долбоёб, он, блядь, ему нравится обнимать малолетних девочек. Блядь, ребята, вы же видели, надо. Что они совершеннолетние? Вы вообще их видели? Что, ха-ха, хоть это мой токсик. Он болен, ёпта, ему лечиться надо. А когда Мав перестанет пить, 500 рублей в донаты отвечу. Нет, это уже я отвечу. Это он ответит, да, он с ним как бы сейчас. Он его личный диетолог сейчас. Да, мой. Он его повар, кук нахуй. Рацион чебупели, водка. И повторение, и все. Вот энергетик отличный. Спасибо, спасибо, девочки, спасибо. А ты не пьешь, да, такое? Нет. У тебя паранойя, да? Не пью энергетики. А почему? Да. Просто не пью. Нет, потому что я, ну, он же говорил, что когда дают энергетик какой-то, ну, воду какую-то дают. Ну. Ну, кто-то левый, он не пьет. Не, я и без этого сами по себе энергетики не пью, но если так мне что-нибудь дадут, даст, я что-нибудь. У вас там Хованский, да. Нет, это был стоит. Юрий Михайлович суп похорошел в Питере. Да, вернулся в Сербию. Бранчик, я бы тебя трах. Не, спасибо, не надо. Мужик 40 лет пишет. Там рил яд. Ну, меня уже ничего не убьет. Да не, девочки хорошие. А? А. Девочка, будь знаешь, со чего мной. Не хватает? Да. Чего? Фаната с тачкой. Думаешь? Угу. Чтобы ликвидировать ее, блядь? Да не, на этот раз хорошо будет. Вот там тоже, видишь, девочка красная маска. Бля, он больной, блядь. Нахуй, просто больной, блядь. Да у вас просто тестостерона нет, вы женщина. Ну, видите, он уже хочет нас, типа, он, ну, я не знаю, на самом деле, насчет его ориентации, блядь. Гетера. Угу. Ну, да. Я вот смотрю на всех девчонок, и я просто радуюсь жизни. Все энергетики вредные, на мой взгляд. Будет свой мерч, нет. Кик-зелье, он уже разыгрался. Куда его еще кикнуть-то, блядь? А зачем ты щеки втягиваешь? Типа похудел или что? Зачем ты постоянно кружки-то, видишь? Ну его так я не втягиваю, я просто... Нет, это я щеки качаю. Я ушел из кальчонки, смотрите, как я похудел, ребят. Нет, смотри. Я могу напрячь щеки, смотри. Видишь? Это же я не смакаю, это я улыбаюсь. Нет, это так, дед. Привет, я из кальчонки ушел. Я сделал мьюинг. Че, погнали? Нет. Куда? Ну туда, куда-нибудь. Да вроде охуело. Да? Сидим на лавке, блядь. Кик зелье, у него ноги воняют, лол. Ну, кстати, да, скорее всего, потому что... Это ты свою маму под юбкой не хочешь. У меня не воняют, у меня кроксы. Когда Алкадота стрим? Никогда. Алкадота. Целевая. Никогда. У нас план до Зенит-арены. У нас сегодня тоже был. Не, я думаю, до фонтанов там пройдемся обратно к метро, чтобы оттуда вызвать тачку и поехать. Так, часовой, сколько времени? Когда фифалка? Ты слышишь, правильно понимаю, это вот та девочка, которая вчера писала сталкерши, да? Это она? Да, была? К Сане, потому что я попросил ее энергетику принести. Она принесла. Спасибо 17, большое. 17-11. 11. Ну, минут полчаса у нас еще есть. Когда тиктоки на стриме? Пока не хочу. А кого ты хочешь? Маленькую девочку хочешь? Нет. Ну вот видите, опять начинает этот разговор. Ну у него фиксация какая-то. Он реально в тюрьму хочет, блин. Когда РЛ Дота свидания? Никогда. Ой, я помню, там американский горк чуть голову себе не отбил. Шапку поправляет. Да, у него лапец на самом деле, он лысый сейчас в прыге ходит. Даже люди обычно тиктоки. У него от пушек волосы выпали, блядь. Он теперь парик носит. Знаешь, вот тиктоки попадаются. Сними парик, слышишь? Да, дурак. Че? Китайцы попадаются постоянно в тиктоки, некоторые вот так вот вырезают, наклеивают, и там вот такие прически делают, шторки. Ну, а я, кстати, у них есть вкус в этом. Они все со шторками ходят. Да, но я думал, что я шторки сделаю, я буду красавчиком, в итоге нет. Ты слишком короткий для шторок. А? Ты короткий еще для шторок. У меня были больше, то вообще пиздец. Вот у меня прическа называется.
Вот последний комментарий. Бизель, любой стрим, ни о чем. Я дрочить хочу, Мафаня лох. Вот три последних комментария в чате. Вот, ну, факты пишут. То есть Мафаня лох, ты его лохом считаешь? Нет, я просто для тебя. Факты, факты, факты. Если мы с тобой... Бушизм! Шлемак наклею, думаете? Красивый кусок. Че, погнали? Сколько время сейчас? Время у нас полчаса уже, еще. Уже поджимает время. Нам надо, до фонтана там побродить? Вот ну давай, давай, допивай. Я не хочу. Я не хочу. Сейчас до фонтана сходим, посмотрим, что там. И обратно. Поехали на Патрике. В Москву? Угу. Там Монстрем и Кокорис. Он на Кипре. Ну, а в Москве у него тачки. Хочешь он покататься? Даст на машине покататься. На какой? На какой из? На мопеде своем волосатом Максимум, мне кажется. Ламборджини, Урус. У него нет Уруса. Ламборджини просто. Я целевой фанат просто Монстроя. Я тоже. Поэтому... Ай-яй-яй. Сколько раз взяли? 1.30 м? 1.43 м. Вот ты когда-нибудь ответишь. За что? Здесь хорош. А чё Хадюк улыбается, не понял? Не знаю, он тоже 1.30 м, только он еще весит 200 кг. Он как студень ебаный передвигается. Тумбочка. Бля, я вот на эту хочу голубую штуку, где вот люди сидят. Это, кстати, новую поставили, я такое уже не помню. В прошлом году, чтобы было. Это по-моему, была. Не-не-не-не-не, была ракета. Ну, ракета и была, и это была хуйня, по-моему. Разве? Хочу попробовать, блин, прикольно. Но если это больше 1000, то ну его нахуй. По-моему, залупа какая-то вообще. И бухим туда бужером прийти. Просто гуглить все. Ну вон там залупа, смотри. Есть такое прикольное ощущение, когда ты на большой скорости об ветер сталкиваешься, то у тебя есть приятный такой холодок по яичку. Блядь, ну вы... Ты когда не катался на каких-нибудь аттракционах? Ну вот, когда мы катались. И вот, когда ты падаешь, сопротивление к воздуху, у тебя как будто продувает там. И не только там. Ну, это я могу за мужчин говорить, там есть такое можно вот ощущение. Можно еще посигарить, но я не буду. Так вот, я про что я говорю. Ты когда соприкасаешься, ну, идешь, короче, со скоростью против ветра, то у тебя продувает. И вот пацаны скажут Жиза, что у тебя вот как будто... Пися в торнадо попадает. Это адреналин, а не торнадо. Зачем ты банку ебешь? Он реально бутылку пива выпил и все, с ума нахуй сошел. Белочка. Тут нет белок. Мон... Там их не было. За кем ты гоняешься уже 2 часа? У меня на вечерсе запечатлено. Да, там пустое место было, ты вел белочку. Уйди, дядя. Да, его с одной банки разнесло, я серьезно говорю. Ну что ты меня снимаешь? Не знаю, мне нравится рожа твоя. Сидишь в парке такой красивый. Солнышко светит. Вон. Hello, Brahma, and Adam Brahma. I love the song Pimble. Ну фе, как энергетик. Можем еще один подогнать. Спасибо большое. Энергетик. Все, а что это такое? Ну, покурим, наверное. А, покурим? Да. Ну, давай, конечно. А что это у меня на ногах? Спасибо, девчонки. А это тебя покусали, и у тебя... Не, тебе, вот видишь? Тебе к доктору надо идти. Это гусиная жопа. Это крапивница. Тебя, видимо, белка укусила, у тебя бешенство. Не, тебя, чем реально прикурить? Либо тебя клещ укусил, короче, и теперь, ну, ты инфицирован. А на камере передается вот это? А? В смысле? Ты побледнел. Че, ебанутый? Сип какая-то. Не, вот это, доктору, ну вот это вот, что это такое? Тебе к этому, как у эндокринологу надо сходить, возможно, это инфекция какая-то. Да? Угу. Ну, типа, это ненормально же, ну, скорее всего, клещ укусил. Ты же ходил там? На камере видно? Видишь, ты пошел, короче, в лес писить, а ты в шортах. Тебя, возможно, клещ укусил, тебе надо, ну... Я у уролога был, он мне потрогал яички, сказал, что все хорошо. Тебя клещ укусил, почему ты уролог, когда он тебя в пенис укусил? Артюх, сигарету дашь? Ложки тоже нет. А братский, прикурить можно? Зажигалку? Да, конечно, без проблем. Все, от души, пацаны.
Держите зажигалку. Было? Всего доброго. Всего доброго, всего. Спасибо, взаимно. Так вот, у тебя, короче, чума, возможно, инфекция какая-то. Уже похуй. Не, реально, я вот почесал, на красный стал, глянь. Да, пиздец, я тебе говорю, тебе, ну... Это инфекция от нью-балансов, ты пошла. Вы дебилы. Тебя клещ укусил, тебе серьезно говорю. У тебя мобильный лап в нью-балансе. Все, пока. Ты куришь, да? Блять, он так одну за одной будет курить, нахуй. Глянь, после тебя я буду курить. Короче, знаешь, что я сделаю? Вот так вот. Что? А нахуй ты ботинки снял? Я не депрессия или что? Я на отдыхе. Ой, белка, смотри. Реально белка, слышь. Она тебя преследует, слышь. Она хочет догрызть твою ногу уже. А да, у нас же корм для белок есть. О, у нас орешки же, слышишь? Давай, иди корми орешки. Она вниз головой. Она брейкданс хочет ебануть. Давай, где орешек? Сейчас. Неси орешек. Быстрее она убегает. Нет, блядь. Да догоняй. Догоняй, зель, побежал. Давай, орешку. Давай. Покидини сначала один орешек, она запасится. Давай, давай, догоняй. Она ест орешек. Надо прикормить, смотри. Хватай белку. Эй! Кидай, кидай орешек. Вот еще одна. О, их двое. Да, орешек. Смотри, смотри, смотри. Да. Ну-ка, дай орешек. Я жрать хотел, бро. Их двое, блядь. Иди сюда, смотри. Ага. Мы же просто кидаем. Давай орешек же. Да не туда смотришь. Куда? Ой, ты тихо, ты не убил, блядь. Ой, смотри, во рту. Блядь, они окружают нас, слышишь? О, блядь, копа бежала. Так, орешки взяла. Дети шлюх. Черпанутая? Голый байтится, сука. Может, я еще драться буду за орешек? Она... Это крот, может быть, слышишь? Она прикоп делает. Он кыс-кыс-кыс белку зовет, он ёбнутый. Дохуя! Кстати, у него очень дохуя тут орешек, посмотри. Так это ты накидался? Нет. Белочка, иди сюда. Пойдем, это слишком ёбнутое. Все, догнали. Пойдем добрых искать. Реально, у нее просто перегар, бля, белочка нахуй ёбнулась от этого запаха. Там детишки что катаются. Ао Брамчика, маленький писюн. Ао Брама, ао Брама, ао Брама, ао Брама, ао Брама, у Брама, маленький писюн. Я хочу детские песни петь на утренниках. Думаешь, детские песни звучат так, блядь? Ну. Опять, видите, фиксация, опять детские песни, утренники. У кафе него... Луна. Он кстати, больной, я блядь. Знаю вот эту девчонку, знаете, Луна Фом или как ее? Хорошая девочка. Кстати, я это куда посмотреть? Типа не опаздывайте. А у мене гонорея. О, ой. Ну вот и раскрылся. Как цветок, я как мак. Дональд? Да. О, вот эта вот девочка слева, видишь, которая в красном одеянии, вот мне понравилось. Не-не-не, вот дальше будет, дальше. А вот такого не здесь? Не знаю. Другой, мужик уснул, блядь. Он не то, что уснул, он такой. Его, на него, походу, белка напала и вырубила он нахуй. Вот, вот, я про этого говорю, да. Покажи, ребята. Да не я, блядь, не.
садись, разговаривай. Че щеки вжимаешь опять? Думаешь, смотрит на тебя? Ебануэт. Башка чешется, блядь. Слушай, мне так нравится гулять из столько маленьких скромных мест. Что? Да, давай, додумай, додумай за меня, да. Я ничего не сказал. Гей. Да. Поставить тебя скоро здесь. Сплюнь. За все твои грехи. Сплюнь. Чмо. Ой, песня хорошая. По волнам, по волнам. Ну, красиво. Это, это бассейн? 18-23. 18-23. А это слева бассейн? Или... Так мы до центра сейчас дойдем там и обратно. Вон, смотрите, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Солнышко. Раньше 2К онлайна было, сейчас даже 500 нету. А я все пропил. Я все пропил. Болото. За сколько прыгнешь в болото? Кстати, выглядит не как болото, как лужайка. А лужайки кто обычно? Зайки. Зайки. Маленькие. Ну это уже не про меня. Прыгай, ты, может, найдешь это? Нет. Вот, кстати, я бы прыгнул бы, наверное, в фонтан с мелочью. У тебя есть деньги на алкашку? Не, я больше не пью, бросил. Да, да, у него есть. И денег у меня нет, кстати. Я прихожу на стрим Брама, я все пропил. Тебе такие же алкоголики приходят собираться. Бля, нет денег, буду смотреть стрим Брама. Красота, песня, сказка. О, смотри. У женщин тут была женщина. Ну понял, типа? Спасибо, Лёнь, дай кулачок. А он просто трезвый? Трезвый. Ты тоже? А мне и без алкоголя весело. Взяли больше тумбочки? Я тумбочка. Ну пока что нет. Но он идет к этому, блядь. Еще недельку пышками попитается, и может быть. Меня ник на зеле пышка. Я зелеовник. Что-то ни одной белочки больше не вижу. Пава, по волнам. Хочу себе корабль, нахуй. Дракар. Дракар, и просто в океан уплыть, блядь. И все. На этом все будет кончено. И снова седая ночь. О, и только слово ей пацана. Слово пацана? Да песня оттуда. А. Ай, блядь, что-то нога болит уже ходить, блядь. Что-то в один момент, да, слово пацана хайпило, а сейчас что? Все сдулись? Все сдулись. Балагриво только знаю. Лично? Знаю. Он меня за ляжку кусал. До того, как пить, бро, постоянно, каждый день. Ну или через день бухал. Где Саша секс-бомба? У него спроси. А я знаю, где он за 500 рублей ответил. За 500 рублей Леня ответит. У него есть координаты. Ты не знаешь, где. У Лени есть координаты, за 500 рублей ответит вам. Он приедет сегодня? Адрес скажет, ёпт, куда вам ехать, чтобы найти Саню секс-бомбу, блядь. Там не только Саню найдете. Потому что Саня мне должен сегодня кое-что. Блять. Ну я не пил там неделю. Брама. А то даже меньше. Брама. Что, какашки туалет увидел? Не мог. Взяли какашки увидел, типа, и сказал, что типа это мои какашки. Типа я обосрался, шарите. После этого Ростова и Краснодара я не пил дней 5, по-моему, что-то такое. Недолго я, короче, держался. И большее время я там не пил, потому что я просто не мог встать с кровати, мне было хуёво, блядь, дня 3, блядь. Да ладно, он просто притворяется, обманывает, он просто хочет филонить. Ну, как-то не буду, под бутератом. Ой, как красиво, смотри, цветочки, ой. Ай-яй-яй-яй-яй. На-на-на, курил, вот сейчас покурить хочу. Я пить хочу опять. Ай. Ам-ам-ам. О, точно, мы не станем. А пойдем. Зелька. Здорово, под...
Да, робот Песота, как дела ваши? Ам. Хуёво, когда твою суку забирает с клуба мажек. И это не тот рассказ, который меня важен. Ну, девочка, поверь, ты же блядская натура. Куда ты лезешь, сука? Ты петля себе мажор. Каким? Да таким, блядь. Вот таким. Старый зель, ну да, есть такое. По волнам. О, по полям, синий трактор. А? Тебе холодно? Ой, тебе жарко? Ладно, обратно иду. Я думаю, до фонтана и обратно. До фонтана. Скажи фонтан. Фонтан. Тебя скелет поцеловал. Половина, я думаю, с твоим ушам. Не хархай здесь, люди молят. Можешь посмотреть, сколько нам ехать? Половина. Моля, просто моля. О, кстати, вот эти вот тоже крутые игры мне очень нравятся. Вот там. Помнишь? Крутой аттракцион, там крутые тачки. Классно, очень понравилось. Зель, ты крутой? Вам решать. Крутые бандиты и бандиточки. А что тачки делают, я не понимаю, это же тротуар для людей. 45. 45 минут ехать? Мы шагаем в фонтан, я выпадаю. И едем на дело? Да. Что-то как-то быстро время прилетело, даже не заметил, как и ты, и я уже постримлю. Не, на ноги да, ноги немного чувствуют. 3,5 тысячи. Хотя вот мне говорили, качай ноги, Владос. А я что-то купот забивал на это. И в итоге теперь что? Хожу и не жалуюсь. О, вон идет ваш стример, курит сигарету, цибулю. А я не курю. И Ленчик не курит, конечно. Кстати, мы чуваков тех с флагами догнали. Вот мы сидели, да. Да. А есть тротуар для машин? Я думаю, что есть. Но почему они ходят по тротуару людскому, это уже вопрос. Мы можем здесь завернуть. А мы не хотим фонтан полностью обойти? Давайте пойдем. Да, там, наверное, с разных ракурсов получше будет. И тут уже зенит-арена. Кстати, Марина, если... Да? Да. Если Алды помнит, то мы за этим фонтаном ездили туда на самокатах, доезжали до зенит-арены, доезжали до навесного моста, и с моста уже шли пешком, и нас встретил Калаш. После чего его машина пропала потом по непонятным причинам. Она испарилась. Мы пошли в магазин купить себе газировку, но выходим, нет и ни машины, и ни владельца, и вообще никого. Там кукуруза вкусная продается. Ну, это надо через брамечку, потому что сейчас у него бюджет весь наш. Не, у меня денег нет. Как? Тебя же донатили. Тут теремок есть? Mm-hmm. Ну, я не думаю, что тут делаю всякие супы, наверное, да? Блин, наверное, в основном. Ну, вот, да, мне тоже. Это здесь окрошка. На окрошку хули там салат сделал и этим заварил. Газировку. Токио Сити? Да здесь все окей. В парке Токио Си охуеть. Забань ты человечка, да, который сообщение написал там. Давай так пойдем сейчас обратно. Пожрать опять хочешь? Не, ну просто так интересно. Там в тенечке. Ай-яй-яй. Ну погнали. Во-первых, тенечек, да. Гоу-гоу. Блин, очень круто улички. Давайте по правой стороне, чтобы все запахи чувствовать. Блять, какой ты трогатель. О, я могу ударить по этому. Слопаки. Слоты. Он ростом такой детей, да? Да, если ебну, наверное, фара сломается. 100 рублей два удара. Ну, мне будет неудобно бить. Монеты закинь. Монеты закидывай. Монеты закинь.
Вот в слотах так же. Нет у нас монеты, блядь. Ты хочешь демо покрутить, собака покупать бонуску, а она говорит, монету закинь. Нет у нас монеты, блядь. Отстаньте, блядь. Бля, он реально, он троглодит нахуй, ему вообще похуй. Он хочет просто утилизировать еду, блядь. Меркантильный аппарат, реально, не чтобы за респект просто, да, пацанам. Бля, мороженое, вот там. Бля, ему реально, вот ему просто, знаете, на фудкорты заходите, он смотрит такой, блин, блин, вау. Мороженое, не мороженое, сладкое, не сладкое. Вот, смотри, подлоги пища. Бля, я хочу пропитаться всеми запахами, чтобы в такси ехать и потом тебя нюхать. О, давай сфоткаю тебя цветочком. Я вообще... Ну... То есть мы ходили до этого, знаете, там парк, виды, река, ну красота, все похуй. А вот жратва, он такой, блин, очень круто. Вагончики с жратвой, смотри, мясо. Очень круто, очень круто. Он идет прям вплотную еще нюхать, смотрите. Мало ли там, знаете, какая-нибудь сосиска упадет. Чувак, тут такие вкуснятины продаются, блядь. Ой. Вот тут дизреспект. Не понравилось, да? Нет. Не едим здесь, значит. Запоминаем. Не пахнет. О! Нюхач. Ну тут без монетки. Хочу проверить, как, ну, качалка купается, не купается. Сейчас минус миллион. Ну, руку сломает, пока бить будет. Давай, портфель. Как я понимаю... У тебя секунды. Это время, да. Бля, я промазал. Нет, нет, не смотрите. А, так у меня 1000. Сломанный аппарат, скорее всего, какой-то. 4000 выбил. А тут максимум 9 был, да? Да. Сейчас. Пошел. Ну это хорошо, наверное, было, да? Нет? Вот было 4, а сейчас? 5000. Счетчик сломался. Удар, Лень. Да, нет, а там всего. Да. Я могу еще заплатить. Ну, давай. Аппарат отлетит, да, не, вот не, туда, не. Блядь. Я двушку ударю. А купюру принимает? Мне просто купюра есть не нужно. У меня рука сломанная, блядь, куда мне бить нахуй? Да не, нормально, у тебя как раз. У меня опухшая до сих пор. Бей вот так. Я уже свое отбил, блядь. Где? Давай, Ленчин. Вырубай. Да не, нет. Я слабо ударю. А ты как будто прокатил ее. Да. Но у тебя при этом удар намного больше, чем у меня. Не. Ну-ка, подожди, ну давай. Да давай, хуй. А ты с разгона ебанись, да? Головой просто. Бит пашется. Ну тут ты меня перебил, здоровяк. Кто такое? Этот воин, который выбил 9000? Но мне не нравится, тут нет звука такого. Бляу! Тут какая-то она слабая. Опять он разжать пошел сразу. Нюхай сразу пошел. О, картонка. Ты думал, тусить можно? Не, такую под язык. Слушай, Зеря, не хочу тебя расстраивать, но вагончики заканчиваются. Давай тогда возьмем сэндвич тайяки. Ладно, я у тебя услышал, пап. Ой. Не очень? Не, в нос просто парфюм Гуччи попал. В нос? В нос. О, манты стайл. Прикинь, это были бы канистры с пивом.
Колорадо. Настроение колорадское. Ты жук, бля, колорадский. Я колорадский пряник тогда. Все, возвращаемся. Еще один? Я не нанюхался. Еще хочешь? Ну да. Маленький хочет нюхать. На Твиче. Ну, еду. Ни на какой, ни на другой платформе. Еду ему нравится нюхать. Да, да, да. Купи сосиску, у меня нет денег. Хуй бы тебя мопед сбил. Все, я буду прямо. А ты тоже представь, что ты по телефону общаешься? Пусть сбивает. Пробники еды. Ой, сейчас кто-то пробники сдает. Бля, не повезло вам, ребят. Как сдали экзамены-то маленькие мои? Мне вчера пишет девчонка: блин, Зеля, ты мне так выручаешь в момент сдачи экзаменов. Я говорю: малышка, ты хоть что-то сдала? Она говорит: нет, нихуя. Не особо выручаешь, да? Походу ее отчислят, но зато она станет умной. Она не пойдет на работу работать по профессии, она просто пойдет и будет зарабатывать деньги в интернете. Гений. Я просто человека спас от рутинной жизни. И всем тоже советую: бросайте учебу, не зарабатывайте деньги, да, умирайте. Врачи не нужны всякие. GTA 5 RP. Нет, я кстати, знаешь, что подумал? Вот на самом деле тенденция такая, сейчас же молодежь растет в эпоху ТикТока и всяких таких вот типа. Вот, все будут либо, понял, блогерами, либо какими-нибудь там эти, блядь, инстаблогершами, моделями и так далее. А вот раньше, в наше время, когда мы родились, когда еще интернета не было, люди и знают, что такое завод, и врачи есть квалифицированные, и все. Просто с нашим сейчас нынешним поколением, мне кажется, то, что сейчас вообще не будет людей на профессиях на нужных. Все будут говорить: ой, я ТикТоки смотрю. Ой, мам, я блогер. Ой, мам, я стример. Да идите вы нахуй, идите, зарабатывайте деньги, работайте, честным трудом получайте деньги, как я. Я вот занимаюсь фитнесом с девушками. Что? Ты закончил? Нет. Так вот, мы на автобусе едем или на такси? На автобусе. Я не поеду. А посмотри, сколько отсюда можно вызвать машину? Ленчик, сможешь глянуть? А то у меня телефон в рюкзаке. А может, уже не в рюкзаке, может, я его проебал. Ну ты поищи, блядь. Ты видел, кстати, у Приземкова новость? Чувак трахал, выхлопнул трубу машины. Да, видел. Это я был. А поезд видел? И поезд, и землю. И муравейник, да. Блядь, что только не делал. Новый мировой обмен. Это ведь все иностранцы. О, я, кстати, буду блогер, что поздравляю. А, не наши. На. Все наши. Номера какие-то интересные. У меня левая нога болит, блядь. У меня тоже, у меня только левая. Правая вообще похую. А мне яйца натерлись. Зеля пешком, денег не попрошайничал. Так а зачем мне попрошайничать у людей, у которых и так нет денег? Может, сюда подъехать. Зачем? Я с вами на одной движке. Ну все тогда. За сколько? За сколько? Ну, смотря какая машина. Ну, на экономе, на самом деле. А сколько ехать? 45. Ну заебись, можно это. Вызовешь, Зель? Элит хочу. Элит? Да. Бля, вертолет. Когда вертолет будет, типа, в такси? А по-любому когда-нибудь добавят уже. Снайпер, элит. Я буду директором пивного цеха. По норм работаю? Да, хорошая. Главное, чтобы тебе много денег платили, чтобы ты мне потом деньги давал. Ой, запекает. Ты в бухте не встанешь? Надо на правку от надо, туда подъехать? Тут, блядь, крест, блядь, знак, блядь. Я за сегодня сделал 15 тысяч шагов. Маловато, маловато, надо еще добивать. Да, слушай. Вот здесь можем ждать его. А? Здесь как-то. Вот здесь можно, да? Посмотри, вот он сюда просто так заедет, нас возьмет, вот так выйдет туда. Погнали, там в тенек встанет. Сейчас смотри, вот этот же адрес. Да, что-то там такое. Ну я тебе скидывал уже, блядь. Ну она просто поэтому находит именно этот адрес и все. Ну, то, что я скинул туда. Скажите адрес, я приеду. Да ладно уж. Как-нибудь справимся сами. Ай-яй-яй. А мне пофигу, я на бордюр, блин. А вон скамеечка, ну ладно. Да, отличная идея. Куда путь держишь? Сейчас кладосы там, снимать видос будешь. Слышишь? А? Такси 700 рублей стоит. Окей. На троих это по 250. Окс. О,
А, смотри. Так тачка, слышишь? Так уже разворачиваться придется. Да, пойдем обратно. Все, она подъедет? Да. Что за машина? Hyundai Elantra. Все, ребят, давайте, мы поехали видос снимать. Всем споки-ноки, спасибо огромное за то, что вы подписаны на этот канал. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и с нами будет всегда весело. Если хотите побольше таких же РЛов, обязательно дайте знать нам фидбэк в комментарии наших пабликов. И поэтому всех люблю, проводите время с пользой. И всем огромное спасибо, что прогулялись вместе с нами. Чем больше людей на стримах, тем больше шансов, то, что мы подрубим еще такой же контент. Завтра увидимся. Пока! Thank you.